Привет, друзья! Сегодня будет обещанный мастер-класс. Мы будем рисовать с вами натюрморт с сиреневыми фиолетовыми цветочками. Так я и не нашла в интернете, как они точно называются, поэтому, если кто знает, то напишите. У нас будет довольно такая занимательная работа, потому что мы будем использовать сегодня акварельный подмалевок. Поговорим вообще про него, что, как с ним лучше делать. И вначале покажу вам, давайте, несколько работ, которые сделаны такой же техникой, которую мы будем использовать с вами сегодня. Я выкладывала в телеграм-канале видео с вот этим пейзажиком. Это Прага. Здесь тоже есть акварельный подмалевок. Довольно много я его закрасила, честно говоря. Но где-то кот там у меня кричит. Но где-то он остался. Да, вы видите, что небо. Оно у меня практически полностью акварельное осталось. Вот такие вот здесь переливы. Потом нижняя часть тоже осталась акварельная. Все остальное я пастелью доработала. И таким образом получается очень многогранная эффектная работа. Да, интересно рассматривать, когда у нас смешанная техника. Когда вы смотрите на картину, не можете понять, чем именно она нарисована. Это довольно здорово. Следующая у меня есть вот такая же работа. У меня, знаете, какая цель была? Сделать серию. Вот это взять скетчбук, склеечку пастельма 24 на 30. Вот это все 24 на 30. И сделать ее в такой теме, где все работы будут в смешанной технике с акварелью и пастелью. Это у нас уже Петербург, да, и тут такая же техника. Видно, что использовалась акварель по краешкам, особенно где есть вот такие переливы. И, ну вот снизу, да, где-то тоже, наверное. Остальное доработано пастелью. Получается тоже интересно. Деревья очень красиво рисовать в такой технике. Когда у вас есть подложка, вы просто добавляете пастелью. Вот, например, такие голубые участки. Есть у меня еще здесь одна Норвегия. Сейчас покажу. Тут мало чего осталось от акварели. Как-то я ее так зарисовала, увлеклась. Очень важно, когда в такой технике работаете, оставлять все-таки акварель, чтобы в этом был смысл, да, в этой подложке. Потому что тут у меня где-то только по краям чуть-чуть остальное. Все мне очень захотелось зарисовать. И, кстати, такое свечение яркое довольно получилось. Сейчас я смотрю, даже на камере оно выглядит довольно ярким. И сегодня как раз сделаем с вами что-то подобное. Итак, фиолетовый натюрмортик мы выбрали. Вы, точнее, выбрали его. Думала я, что будут незабудки, но решили мы сделать с вами вот такие цветочки. Я уже все подготовила для первой части нашей работы. Нам понадобится бумага. У меня это будет пастельмат, потому что она хорошо выдерживает воду. В принципе, вы можете взять и какой-то другой абразив. Да, какая-то наждачка мелкая. Кэнсон и Тенс Тач также может быть. И на Кэнсоне мы делали с вами рисуночек с розой. Там тоже был акварельный подмалевок. Я где-нибудь оставлю ссылку, если не забуду, тоже посмотрите, там получилось интересное видео. И опять же, тоже такая природная тема у нас. У меня бумага, видите, немножко мята. Это вот такой пастельмат приходит, если на Валберес заказывать. Часто у них бывают заломы. Но что поделать, я хотела как раз какой-то, знаете, такой кусок, который сильно не нужен, использовать для нашего с вами урока, потому что на заказ все-таки не нарисуешь на какой-то вмятине. Хотя, если она попадает посередине, да, вот такие вот участки, и это будет незаметно. На самом деле, даже сейчас мы с вами, когда все сделаем, вот такие моменты будут незаметны. Это еще относительно небольшие заломы. Все равно, конечно, неприятно, но что поделать. Итак, бумагу я закрепила. Я даже ее вот так заклеила скотчем. У меня потом получится рамочка, и будет удобнее, она не будет перемещаться. Плюс, если вы оставляете свободный край бумаги, например, вы ее крепите сзади вот здесь на лягушку, да, скотчем, и у вас вот так лежит бумага, то краска, вода, точнее, с акварелью будет затекать между слоем самой бумаги и абразива. Давайте сейчас на отдельный покажу, вот на Питере нашем, например. Вот видите, бумажка имеет определенную толщину,
влага попадает в этот разрез, потому что здесь ничем не скреплено. Немножко отходит верхний слой, вот эта пленочка самого абразива на пастельмате, становится чуть-чуть такой волнистый. В принципе, когда высыхает, нормально это выглядит, если много воды не залили вот сюда в край. И потом, если что, эти краешки можно чуть-чуть подрезать, либо делать, как я, вот так. Оставлять здесь такое пространство. Но сейчас я решила с рамочкой попробовать. Поэтому будьте просто осторожнее с краями, с любой бумагой. Несмотря даже на то, что пастельмат, он такой, по сути, неубиваемый. И вы знаете, что работы неудачные какие-то вы можете так стирать. Прям под водой, под душем, наверное, не стоит мочить. Но влажной салфеткой растереть и сделать все заново. Это возможно. Давайте переходить уже к работе с акварелью. Сначала будет акварельный подмалевок, потом мы это сушим, и потом уже работаем с пастелью, стараясь оставить где-то красивые переливы. Уже будем смотреть, судя из того, что у нас получится с акварелью до этого. Итак, акварель можно взять любую, кстати, даже подходит какая-то детская, вот такие простые наборы, недорогие, очень хорошо, особенно потому, что есть белый, да, то есть тут не обязательно какой-то классный бренд выбирать, самое-самое простое, любой акварель, который у вас есть дома, берем. Если есть гуашь, подойдет, если есть темпера, тоже подойдет, подойдет даже акрил на самом деле. Но акрил вот так вот жиденько все-таки нужно будет разбавлять, потому что он имеет более толстую пленку такую и может немножко сглаживать абразив, что будет нам нехорошо, когда будем добавлять уже слой пастели. Но чуть-чуть белого где-то акрильчика можно добавить, поэтому всякое любое сейчас с вами используем. Водичка, да, какая-то салфетка, тряпочка, потом палитра, кисть я возьму довольно большую. Здесь у меня формат, видите, вышел большой, это вот остаточек от 50 на 70 от листа. Решил взять такой цвет, тем более он здесь подходит. Изначально хотела, у меня был вот такой же 24 на 30 листик светло-серый, хороший цвет. И он чуть-чуть тоже был такой мятый. Я думала, что его буду применять как раз для каких-то уроков. Не нашла его вообще, не знаю где, куда все это я складываю, непонятно. В общем, это, если так прикинуть, у нас получается, наверное, 30 на 38, ну вот так, 30 на 40, чуть меньше, чуть более квадратный я сделала, потому что длинный формат не очень хорошо смотрится по картинке видео, да, получается много пространства вот здесь слева и справа у меня. Ну и так вот, давайте начнем. Я уже предварительно добавила водички на акварель, чтобы она подготовилась, да, особенно какие-то сухие кюветы стали более влажными. И будем сейчас наносить нашей широкой кисточкой. Какую-то синтетику берите удобную. Не берите что-то вроде белочки, особенно у которой могут пушиститься волоски и оставаться на бумаге. Потому что потом их придется снимать после сушки, вот так вот их отковыривать. Лучше какая-то синтетика, у которой волоски не вылезают. По оттенкам будем немножко добавлять больше сиреневого, лист у меня серый по цвету, довольно холодный. Мы будем добавлять разные с вами сиреневые. Предварительно вы можете где-то чуть-чуть вот так вот смачивать бумажку, я в краешек не буду уходить. Опять же, потому что у меня цвет похож, да, он может где-то там оставаться вполне. Мы не будем сейчас рисовать с вами весь натюрморт акварелью, мы сделаем такой подмалевок. Притом на пастельмате все очень так пушистенько расплывается, поэтому тонкие линии, которые вы, если даже захотите нанести, они все равно уплывут. Поэтому это просто фон, да, просто красивые оттенки, которые будут на дальнем плане. И вот так вот довольно смело мы, давайте с верхней части начинаем. Я наношу фиолетовый. Цвета можете наносить прям ярко, потому что с водичкой, когда водичка высохнет, у нас все станет намного-намного светлее. Плюс цвет бумаги, да, тоже добавится, поэтому учитывайте ваш цвет бумаги. Если светлый, все будет поярче, если более плотный цвет, то он, ну, уберет эту яркость, цвета не будут уже такими насыщенными. Я поэтому стараюсь больше какого-то фиолетового, розового так добавлять.
супер хаотично, без перфекционизма, какие-то кляксы, да, все это оставить можно. Можно даже сделать вот так вот, водичкой побрызгали, либо даже с краской сверху. Давайте каким-нибудь с розовым попробую. Вот так вот наносим, все эти капли будут потом растекаться, расплываться. Смотрю сразу, где еще есть розовый, ну, примерно, да. Понятно, эта лента у нас сейчас как бы не прорисуется, но плюс-минус, да, как-то вот так вот добавили. Чем хаотичнее, тем это будет выглядеть интереснее в итоге. Фиолетовые цветы наши, давайте возьмем, где у нас здесь такой, вот это коричневый, вот фиолетовый, значит. Берем фиолетовый, наношу его, ну, примерно, да, вот где у меня будут в будущем цветочки. Добавляю, видите, в детском наборе она уже с белилами, она такая разбеленная. Это все, конечно, уплывет, у меня еще немножко наклон есть у стола. В принципе, это неплохо для разводов сегодня таких. Ну и мне так удобнее рисовать, то есть у меня небольшой градус вот так вот вниз. Наклонен стол, можно белого добавить вот таким образом. Он ярким не останется, но где-то, может быть, какой-то живости добавит. Можно даже попробовать найти примерное местечко у графина. Вот так. Тоже какие-то брызги пушистости. То есть здесь мы абсолютно свободны, можем делать всякие кляксы и знать, что это точно будет красиво смотреться. А потом уже включим немножечко перфекциониста. Но давайте попробуем все равно сделать более живописное, то постоянно все это у меня прорисовано. Прорисуем с вами по классике середину, потом уже, да, с пастелью, а краешки сделаем более мягкими. Так, где-то здесь у нас будет книга. Я ее, ну, плюс-минус намечу. И вот сюда, может быть, еще капельку какого-то сиреневого. И оставлю, наверное, практически так сейчас. Чего-нибудь яркого еще туда добавим. Давайте снизу, кстати, про яркое. Вот можно немножко белого. Вот так. И к нему какой-нибудь сиренево-розовый. Все, видите, вниз вот так вот утекает. Даже здесь наверху бумага еще влажная. Очень долго пастельмат держит поверхность вот такой вот мокрой. И все эти брызги, которые вы сейчас наносите, они станут очень-очень мягкими, практически незаметными, если вы не делаете только, ну, какую-то очень большую концентрацию пигмента. Это делать не нужно, лучше постепенно вот так. Все. Все, снизу пускай это утекает, вот так. Чуть-чуть, может быть, сюда белого капельку. И, наверное, будем сушить. Видите, все равно вот эти звездочки, они потом растекаются. Вот такая как абстракция получается. Белый он немножечко будет освежать. И, кстати, яркости, можно еще немножко яркости добавить. Такую карминовую возьму и ее куда-нибудь вот сюда пускай. Ну, примерно, где у нас здесь будет ленточка. Если вдруг цвет слишком какой-то яркий получается, вы можете прямо сюда добавить еще водички, и это будет вот так вот утекать. Про бумагу, кстати, еще, если нету у вас абразива, да, нет пастельмата, Кенсингтон Тач. Кстати, если сонелье у вас, то не надо, потому что она водичку вообще не держит никак. Лучше какую-то обычную даже наждачку. Так вот, если нет абразива, можно взять акварельную бумагу, сделать на ней акварельный подмалевок, а потом рисовать пастелью. Просто слои, потом фиксировать лаком, либо, ну, фиксативом для пастели, наверное, да, вот так лучше, чтобы крепилось, потому что на акварельной плохо, конечно, все держится, потому что она акварельная, да, не пастельная. Все, эти карминовые пятна я вот так оставляю. Бесконечно это можно делать, кстати. Бесконечно, потому что очень красивые разводы получаются. Здесь я примерно, опять же, они у меня утекут.
покажу поверхность стола, которая тут будет находиться, и все. И все. Вот таким образом я оставляю. Дальше я это буду сушить феном. И потом уже вернусь к вам с высушенной бумагой, и мы посмотрим, что тут получилось. Ну что, у меня бумага высохла. Я потом, честно говоря, добавила еще просто вот такие вот капельки водички. Они сделали пушистые разводы, такие пушистые звезды похожие. И краска затекла у меня за скотч. Оказался он какой-то не держащий воду. И поэтому, видите, пришли к первоначальному варианту. То есть у меня будет без рамочки, где-то я, наверное, с пастелью вот до краешков дойду и буду оставлять вот такие вот кусочки фона. Сейчас похоже скорее на какое-то морское дно, но я думаю, это будет отлично выглядеть. Еще что хотела сказать про концентрацию цвета акварели. Если берете очень густо цвет, видите, потом такие пятна слишком яркие, именно куски пигмента остаются. Это может быть не очень хорошо, потому что они будут плотнее закрывать ячейки бумаги, она не будет уже поэтому так хорошо пастель держать. Но это если прям вот густо-густо добавить там, да, много гуаши, либо много там акрила, темпера и так далее. И поэтому давайте будем начинать делать обычный рисуночек предварительным пастельным карандашом. То есть мы просто с вами поменяли цвет фона. И будем от него отталкиваться, когда будем рисовать какие-то основные формы, там цветочки сверху, снизу, лепестки, вот эти ленты и так далее. То есть все это нам будет помогать добавлять где-то такие нюансы цвета. И самое важное, стараться не закрасить все, как обычно, пастелью, чтобы у нас был смысл нашего подмалевка, чтобы он добавлял какой-то глубины, легкости, да, свежести, в принципе, интересного цветового решения. Давайте возьмем карандашик, каким-нибудь коричневым я сейчас намечу. Я тут много чего и пастели, и карандашей разложила, но цвета, конечно, у нас будут опять основные, опять сиреневое будем делать. Но почему бы и нет, да? Могу же я себе позволить рисовать все в моем любимом цвете. Так. Давайте начнем с того, что, как обычно, верхнюю и нижнюю точку мы с вами найдем. Постраиваемся именно под наш лист. У меня формат более квадратный, чем на референсе. Но я думаю, это будет даже лучше, потому что в центре окажутся цветы, а сверху снизу мы как бы немножко подрежем фон. Самая нижняя точка — это будет корешок книги, где-то здесь, наверное. И я буду вписывать уже в эти участки как раз композицию мою. Я думаю, что вокруг цветов где-то фон у нас будет. Это я к тому, что можно и довольно ярко намечать карандашом. И опять же мы сделаем с вами, ну, такой плюс-минус, да, рисунок. Стараемся, конечно, чтобы по пропорциям у нас была нормальная ваза, вот этот кувшин. Остальное может и чуть-чуть как-то корректироваться. И также книга, собственно, чтобы у нее линии правильно сходились. Мы видим с вами, ну, такой вид сверху, да, то есть книга ниже, поэтому она получается развернута вот уголками наверх, вправо и влево наверх линия уходит, потому что точка схода, то есть линия горизонта, я думаю, сейчас на вазу тоже посмотрим. Ну, где-то вот здесь, наверное. Нет, наверное, ниже, может, посерединке. Ну, в общем, оставляем пространство у книги, видимое. И так как на книге будет находиться ваза, желательно сначала ее и наметить. Это получается у нас кубик, да, такой, где линии сходятся. Вот это ближняя к нам и дальняя линия, они сходятся в одной точке, поэтому они должны быть либо параллельны, либо чуть-чуть вот так вот, чуть-чуть сужаться. А, так, по размеру книгу надо, наверное, немножко побольше сделать. Вот такую. Ну, такой плюс-минус ровный квадратик с вами рисуем. И дальше добавляем закругление, чтобы было похоже на изгибы книжки. Давно я книги, знаете, не рисовала. Вот
художественной школе, когда учишься, постоянно такие вещи рисуешь. Потому что это, ну, и самая примитивная форма, как бы куб, но такой, с допами. Угу. Ну, вот примерно, да, такая книга у меня получилась. Она действительно довольно крупная. По идее, можно было бы даже еще, наверное, ее поднять. Ну, посмотрим. Если что, я вниз ее сделаю толще, чтобы она очень тоненькая не была. И примерно намечу цветы. Книгу мы наметили, потому что все остальное наверх, да, ставим. У вас должно остаться расстояние, чтобы сюда все помещалось. Цветы, букет. Ну, цветов можно больше сделать, если что. Главное, не меньше. И у нас есть два участка с цветочками. Нижний и верхний, которые в вазе. Которые в вазе, они будут чуть-чуть меньше. Также потому, что они дальше находятся. Эти будут покрупнее, поближе. Можно их общую форму наметить вот овалом. Каким-то таким примерно. Так. Да, то есть вот здесь у нас идут цветы. Может, даже еще чуть добавлю. Давайте находить место кувшинчика. Он находится практически посередине. Значит, для этого мы делаем с вами ось. Ось симметрии. Можно прям посерединке. Тут ничего страшного не будет. Вот так. Дальше добавляем основание, которое мы не видим с вами. Да? Нам нужно будет его все равно наметить. Плюс-минус, да, я рисую такой овальчик. То есть, где он стоит на книге, чтобы все выглядело реально. Теперь находим завершение. И по размеру. Да, смотрите, у меня все равно, если сравнить, скажем, вот высота, да, я примерно сейчас намечу. Вот такая высота будет, если у моего кувшина, то нужно, наверное, будет чуть корешок делать толще. Я просто смотрю, да, на вот эту высоту и на высоту книги. Книга, нам нужно будет ее как будто потом вот так вот нарастить. Это, конечно, не обязательно, это не будет заметно, но чтобы было больше похоже. Да, вот так по высоте будет нормально. И мы рисуем с вами, пока что можно без носика, эллипс сверху. Эллипс примерный снизу. И делаем справа и слева две стороны параллельно. Вот так можно вести, чтобы они получились ровные и симметричные. Самая выступающая точка у графинчика снизу, да, находится. Поэтому вот такой вот довольно крутой изгиб пойдет. Опять так много-много линий у меня получается. И здесь можно уже сразу раз. И к этому эллипсу добавляете нос. Можно немножко вот такой вот попрямее. Здесь в идеале тоже проверяете, чтобы расстояние было одинаковое от оси справа и слева. А по поводу его толщины можно, наверное, еще такой, да, более кругленький сделать. Вот такие вот прям круглые бочка. Отлично. Теперь добавляем ручку. Это будет самое сложное, в принципе, из нашего построения. Все остальное будет проще. Ручка крепится вот где выступающая часть и немножко выше. И потом она... Так, сейчас себе приближу. Я же с телефона снимаю, смотрю все на ноутбуке, как это выглядит. Здесь просто видите, какая конструкция непонятная. Тут выступ идет какой-то, да, вот. А, это такое у нее широкое крепление. И ручка выходит высоко. Посмотрите, выше, ну, на уровне, скажем, горлышка. Вот так. Прям большая ручка должна получиться. Здесь есть еще вот такие украшенницы у нее. Пока что можно не делать. Сейчас просто намечаем. Так. Мы прорисуем толщину и вот здесь блики и так далее. Поверхности ручки, наверное, уже в цвете. Сейчас просто вот так вот наметим. Угу. Ну да, так нормально вроде смотрится.
Сразу можно легкий намек дать на утолщение, рельефчики вот такие на кувшине. Красивый, да, по цвету он тоже такой, как бронза, с такими даже, можно сказать, как бензиновыми разводами. Ну все, помещаем туда цветы. Цветы можете немножко и крупнее делать, и снизу, и сверху, потому что они у нас основные, сильно мельчить тут не надо. Все сейчас не прорисовываем, я думаю, просто намечаем с вами вот основные направления, то есть веточки и вот такие кругляшки на них, которые находятся. Можно даже просто вот так вот по основным формам наметить. И опять же не стесняемся, делаем их довольно крупными, особенно вот эти центральные. Дальше будем их с вами уже прорисовывать. Ну, нижние, думаю, больше прорисуем. Верхние, так, средненько. Потому что очень, конечно, долго можно прорисовывать цветы. Но посмотрим. Наверное, как обычно, опять все сделаю подробно. Здесь, кстати, потом уже вы намечаете и смотрите на пятна акварельные, которые образовались. И сразу... Смотрите, где вы хотите их оставить, да? Потому что какие-то очень красивые участки, может быть, их не стоит трогать, стоит оставить именно вот акварельный подмалевочек. Тут прям как конкретно, да, на цветок попадает у нас акварельное пятно. У вас, конечно, они будут какие-то уникальные, свои акварельные пятна. В этом весь смысл, да, в этом весь интерес, потому что будет получаться что-то совершенно... особенное и необычное. А выше, кстати, будет, вот видите, как раз вот наша выпуклая линия, да, вот эти краешки и цветочки где-то вот так вот заходят. То есть еще будут побольше. Угу. Да, отлично. Можно было бы, кстати, наверное, еще немного крупнее наметить. Мне кажется, у меня много воздуха остается нашего фона. Но в этом случае мы можем чуть-чуть вот больше развить остальные детали. Вот эти вот ленты в сторону. Тут там, скажем, цветок сделать как-то побольше. И обратить внимание на вот лепесточки, например, которые будут снизу. Тут потом капельку какой-то деревяшечки этой покажем. Ну вот, примерно так. Ой, ну что, самое сложное... позади. Теперь самое приятное. Будем работать в цвете, наконец. Потому что не люблю всю эту подготовительную работу. Люблю сидеть и в цвете все раскрашивать. Ну что, я думаю, начнем с вами с верхней части, как обычно. Немножечко фона. Потом делаем цветы. Потом вазу. Потом цветы. Потом, наверное, фон, книгу и, ну, вот так вот, сверху вниз. В принципе, можно начать с любой части, но я думаю, это будет неплохо. Мы разрисуемся, заодно поработаем с вот этим акварельным фоном. Его где-то закрасим, цветочки сделаем, но не супер подробно. Подробно, наверное, только вот центральные штучки. Потом вазу и дальше, дальше, дальше. Что касается фона, да, давайте смотреть... по цвету. Это я хочу, чтобы указывать карандашик взять. Фон более такой сероватый, скажем так. У меня, в принципе, есть попадание. Вот эти цвета, они очень похожи. Поэтому вы сейчас смотрите на ваш акварельный подмалевок. Если он где-то попадает прям, вы можете его оставить. Да, то есть полностью можно его где-то прям вот таким, какой он есть. Можно и немножко доработать. Если будете дорабатывать, сделать это легенько. Может быть такой предварительный вариант, когда просвечивает кусочек акварельного подмалевка и в то же время наверху тоненький слой пастели. Давайте на каком-нибудь примерчике сейчас это сделаем. Я возьму вот такой вот синий. Он синий-серый, да, какой-то сомелье у меня мелочек. Вы можете наносить цвета вот так вот с пальчика, по чуть-чуть, да. То есть просто немножко менять цвет, добавлять его, ну, какой-то оттенок, очень легкий. Для чего, да? Во-первых, чтобы не было очень много контраста в серединке, потому что
основная фокусировка должна быть на цветочках наших. И если дробные участки видите рядом, то можно вот так вот слегка сглаживать. Также нужно будет выделить нам вазу, поэтому рядом цвет должен быть какой-то относительно светлый. И я давайте попробую взять вот такой вот сиреневый оттенок. Он где-то прям ярковат, честно говоря. Но зато немножечко выделяет нашу ручку. Это я к тому, что вы сейчас решаете, будем ли мы вокруг этой зоны добавлять какие-то там дополнительные оттеночки. Может быть, кому-то надо добавить, кому-то нет. Я предлагаю это сделать вот немножечко. Сразу, если темный цвет у вазы, то нужно будет ее нам, конечно, выделить. За счет того, что цвет становится более ровный и более светлый, то этот участок тоже у нас будет поярче. Также можно будет и с нашим вот этим синим попробовать перемешать сиреневый. Ну, заранее, да, сделаю такую подготовку, чтобы уже потом работать над вазой. Чуть-чуть уголок выделяю. И где-то вот рядышком с ней. Потому что некоторые участки прямо на фоне будут контрастные. Особенно вот носик, посмотрите. Нос можно выделить. Стараюсь наносить довольно мягко. Потому что я где-то все равно хочу оставлять акварель. И хочу, чтобы переходики были такие легкие, не сильно заметные. Чтобы не было, знаете, такой разницы, что смыкаются две техники, вот акварельная, пастельная. В общем, вместе это должно выглядеть гармонично. Мой любимый синенький, точнее голубой. Здесь не обязательно растушевывать пальчиком, вы можете воспользоваться и растушевочкой. У меня есть как раз вот с синей стороной. Она будет плавнее растушевывать. Для растушевывания, кстати, вы можете использовать и даже кисточку. Сейчас посмотрим, есть ли у меня под рукой. Нету. Ну, то есть любую кисть какую-то можно взять, лучше синтетику, можно даже щетину. Она будет пожестче. Вот, немножко мы потренировали здесь на участке рядом с кувшином. Давайте переходить уже к цветам. Я просто вот все думаю, насколько мне сиреневый здесь добавлять или нет. Посмотрите, что фон будет более как бы в голубенький и в серый. А цветы должны быть более, больше в такой вот сиреневый. Здесь, кстати, можно еще как схитрить, оставлять участочки прям вот такими не закрашенными, скажем, не растушеванными. Вы добавляете, давайте вот здесь еще покажу, вот такой вот слой пастели. И у нее где-то прям оставляете вот такие вот кусочки, так будет довольно живописно выглядеть. Но следите за тем, чтобы не получалось очень дробно. Дробные, я имею в виду вот такие контрастные сочетания на фоне, очень яркие, то есть яркие участки пастели, где видно, где пастель, где бумага, плюс наши переливы и так далее. Я все в поисках какого-то серого, потому что хочу здесь использовать никс немножечко на фон, вот такого сиренево-голубого чуть-чуть и немножко серого, чтобы его смягчать. В то же время мне нравится вот этот сиреневый. Они, кстати, неплохие мелкие гэллери. Они где-то, ну, бывают, конечно, жесткие, но для пастельмата, мне кажется, очень неплохо. Это если обычная классическая пастельная бумага, хочется помягче, что-то как раз вроде сомелье. А для пастельмата очень даже хорошо. Поэтому, видите, я буду здесь... Вместе три вот таких вот смешивать цвета. Серенький для
нейтрализации ярких оттенков светло-сиреневый и вот такой сиренево-голубой, как вот как раз под цвет незабудок оттенок, очень хороший. Немножко наношу, просто чтобы сгладить какие-то вот самые четкие переливы. Заодно цвет такой более вибрирующий, интересный становится. Видите, у меня до сих пор светятся участки с акварельными пятнами. Я их полностью не закрашиваю, просто чуть-чуть делаю помягче. А вот здесь я, скорее всего, их оставлю с левой стороны. Немножко-немножко вот так вот делаем помягче. И сразу их потом куда-нибудь складывайте, потому что эти цвета нам и дальше снизу тоже пригодятся. Чем еще хорошо, когда у нас есть подмалевок такого плана, вы сможете использовать не такое большое количество мелков, и уже будет разнообразие по цвету. И будет очень живописно смотреться. Где-то ярковато, конечно, голубые, но посмотрим, может быть, цветами нормально будет выглядеть. Все, пока что вот такой фон я оставляю. Давайте мы займемся цветами, потому что без них, конечно, непонятно, как все это будет выглядеть. Сначала сделаем разметку стебельков. Можете взять какой-то коричневый, либо коричнево-серый оттенок. Начнем с темных участков и заодно с тем же коричневым вы можете уточнить какие-то детали, если они стерлись. Например, тот же носик, он у меня чуть-чуть ушел. Более вытянутую, кстати, я верхнюю часть сделала, да? Давайте мы тогда нос мне вот так вот сделаем пониже и должно быть лучше. Вот так, скажем. Вот так вот я нос сделаю ниже, и у меня верхняя часть не будет такой длинной. Всегда как-то я удлиняю эти вазы почему-то. Да, и делаю худею. Сузила очень я еще ее также. Ну ладно, моя ваза будет более стройная. Думаю, ничего страшного. Сейчас, кстати, когда я приблизила, я поняла, как крепится ручка. У нее, смотрите, вот хочется сделать цветы, все к этой вазе перехожу. Но ваза тоже хороша. У нее идет изгиб, вот такая вот дуга. И после чего уже здесь, ну не уголок, но такой довольно крутой подъем наверх. И у него это соусник. Надо же смотреть, сколько уже идет урок. Я поняла сейчас, что это соусник все-таки по форме, потому что справа снизу скошенная часть, здесь носик. Вот. Вот такая вот у него форма. Примерно, да? То есть она не такая ровная. Привыкла я все-таки смотреть на референс с телефона, там приближаю максимально, все вижу. Ноутбука как-то мне непривычно до сих пор. Так, все, ручку пока не мучаю. Оставляем так, пускай у меня здесь более она такая худенькая будет. Давайте делать цветы. Наши стебелечки уточняем, как они идут. Если с вазой важно сделать прям ее ровную, симметричную, то с цветами можно расслабиться. Просто делать их красивыми. И попробуем довольно живописно все нарисовать. Сейчас, где есть стебельки, где они заметны, наметьте их, чтобы было такое примерное направление. Почему коричневым делаем? Потому что они сейчас, у них есть довольно темные участки. Мы сможем светлый добавить с вами уже поверх. Например, вот такой вот оливковый где-то. Малевич я добавлю. Они работают очень хорошо на абразиве. Малевич, они такие мягенькие на нем. И на нем они довольно яркий цвет оставляют, да, потому что на других бумагах они могут плохо работать, особенно светлые, да, какие-то вот эти все рыженькие, белые. Здесь
Здесь все работает ярко. Так. Угу. Давайте тогда с левой стороны мы начнем. Здесь идет затемнение небольшое у листика. Все, основные листики, лепесточки, ой, точнее стебельки мы наметили. Давайте переходить к цвету. Подберем несколько фиолетовых. Нужно их обязательно будет потестить прям на работе, посмотреть, потому что непонятно, да, отдельно, как у вас цвет выглядит в мелке и какой он потом получится. Это прям синий-синий, наверное, этот нам не подойдет сюда никуда. Этот мелочек фиолетовый, он, кстати, подходит, да, видите, по цвету вполне. Хотя он, кстати, с синим очень неплохо смешивается. Посмотрите, какой цвет глубокий. Давайте синий оставлю. Я буду себе куда-нибудь так складировать. Будет удобнее. И вы тоже будете видеть. А также фиолетовый вот такого плана еще может нам помочь. Это Daily Rovni. Он такой сероватый чуть-чуть будет, но для нейтрализации, возможно, либо что-то вот там вот вдалеке делать. Он красивый тоже, да, такой сиреневый, но сложный. Для прям сложных каких-то моментов он может нам тоже пригодиться. Наши фиолетовые, которые мы использовали для фона, светловатые, ну, для каких-то светлых участков, если только. Что еще? Сейчас я просто подбираю то, что у меня есть фиолетовое. Вы попробуйте сделать то же самое. Потому что кто-то из них обязательно должен помочь. Я думаю, опять я буду делать микс. Вот эти темные мелки, фиолетовые, плюс я буду добавлять карандаш фиолетовый от Малевича. Мой любимый вот этот сине-голубо-сиреневый цвет. Он в серединках тоже может помещаться. Видите, когда слой большой, он ложится очень слабенько, да, он просто так вот перемешивается. И он практически вот здесь у нас находится. Как красиво, да, получается? Так. Фиолетовый у меня есть также от Бронзила. Тоже пойдет. Это у нас получается тестовый такой цветочек. Давайте я вот это вот все буду сдвигать. Сюда я буду добавлять все, что у нас будет идти в работу из фиолетового, просто чтобы не потерять. Ближе к сиреневому тоже бронзил неплохой, где-то может добавить яркости, например, уже на готовом слое поработать. И где-то еще были у нас сиреневые, сейчас посмотрим. Так. Кстати, подойдет 100%. Это для ярких моментиков. Вот такой вот Рембрандт. Он выглядит почти как белый. На самом деле он тоже разбеленный. Вот такой какой-то цвет. Может быть, чуть-чуть ближе к голубому. Прекрасный мелок. Очень хороший. Мне очень нравятся. Они очень такие приятные. Есть еще вот такой фиолетовый. Вот. Сейчас его почистим. От Гэллери, вот такого плана. Он неплох тем, что одновременно, ну, более-менее яркий, но в то же время и чуть-чуть приглушенный в сторону вот этого Daily Rovni. Вот какая красота, да, все красивые цвета здесь получились. Ну что, мне кажется, можно уже начинать. Это, наверное, да, его же часть. Уже основное вот так вот сделано. Подготовка завершена. Смысл в том, что мы сначала с темным мелочком примерно размещаем, где пойдут лепестки, ну, плюс-минус. Желательно не сильно давить на мелочек, чтобы все-таки какая-то такая легкость оставалась. Я пока тестила, у меня вышел очень пушистый цветок. Серединочки с внутренней стороны особенно заметны, они довольно светлые у этого цветочка. Поэтому я сюда добавляю голубой. У меня он будет такой бликовый, голубо-сиреневый Рембрандт.
С ним же можно поставить небольшие блики, которые пойдут на самих веточках. И, кстати, про желтый мы с вами не поговорили. Какой-то желто-зеленый пока что может нам пригодиться карандашик, либо мелок, можно даже карандаш. Для того, чтобы поставить вот такие вот веточки. Надо будет заточить вот этот салат. Это даже такой салатовый хорошо идет. Да, он так яркости добавляет, очень оживляет. Если цвет слишком яркий получается, вы его можете немножко заблюрить. Вот как раз для осветления может и пригодиться белый, либо голубенький от Малевича тоже. Он просто более таким нежно-сиреневым нам сделает цвет. И прям они должны мягкие-мягкие такие получиться. Довольно спокойные. Чуть-чуть добавляем сиреневого. А можно, кстати, где-то рядом положить белый, который у вас будет более концентрированный для тонких участков. Вот Critocolor, например, как аналог очень неплохо, даже если сравнивать с Generals. Да. Я все время хочу сказать Jackson's Generals, ну и тоже. Все, его пока оставляем, идем с вами дальше. Дальше у нас цветочек, который с такой пушистой серединой белой. Сразу можете сделать середину. Чуть-чуть туда куда-нибудь добавить желтого, чтобы она была теплее по цвету. Форма здесь довольно мелкая. Небольшие лепесточки. Они еще смотрят вот так боком, поэтому делаем их все вот по одной длине, на одном уровне. Вот так. И можно даже добавить и карандаша фиолетового потемнее. Потому что где-то, где форма больше, мы будем с вами использовать мелки, где-то можно и оставаться просто на карандаше. Очень он выходит такой сиреневый, поэтому капельку я могу в него вот так вот синего добавить. Можно перемешивать и вместе, например, мелки и карандашики. Вот так. Плюс смотрите рядом с фоном, будут ли лепестки темнее или светлее. Здесь у нас на всех участках они будут темнее, конечно. Так, идем на следующий. Я его примерно форму найду вот так карандашиком. Смотрим, как идут лепесточки. Сейчас, наверное, мы будем очень мельчить, поэтому вы можете сознательно делать крупнее многие цветы. Я вот это сейчас тоже буду укрупнять, чтобы он был такой прям побольше, чтобы было нам что прорисовывать. Вот хочется мне взять этот голубенький, но пока что нам нужны будут скорее сиреневые оттенки. Давайте на темный карандаш либо мелок переключаемся. Те лепестки, которые вдалеке находятся у этого цветка, они более плотные. Там прям больше фиолетового. И вы их рисуете тоже немножечко показывая направление прожилок, то есть вот вертикально мы их чуть-чуть подштриховываем. Все, теперь эту темную форму мы осветляем, можно перейти на белый, где-то подчеркнуть белым даже краешки лепестков, где-то белый взять, перемешать вместе с фиолетовым, получится у нас такой блеск. И самый ближайший лепесточек, у него прям серединка светящаяся, довольно светло-сиреневая. Вот такой вот он мягкий получается. Теперь сделаем то, что находится в серединке. Вот такие вот тычиночки. Ставим точку и ее как бы отпускаем вниз, и она мягко уходит. Стараемся не очень симметрично все это делать, чтобы они такими живыми выглядели. Капельку в серединку добавляю желтого. И чуть-чуть можно почетче форму сделать у ближайшего к нам
лепесточка. Дальше, видите, все равно пока что мы с вами их так всех прорисовываем, но сделаем и те, которые в глубине, давайте сейчас, потому что эти у нас отдельно, никаких лепестков, цветков за ними нету, но они есть у нас посерединке и справа. Поэтому предлагаю взять вот такой сиренево-голубой. Можно просто какой-то сиреневый, но посмотрите, что там цвет, он есть немножечко с голубеньким, и для разнообразия его вполне можно добавить. Вы можете даже сейчас чуть-чуть схитрить и посмотреть, где вообще будут участочки такого цвета. Например, вот цветочек самый верхний правый. Перехожу уже на широкую сторону этого мелка. Тут удобно, что они работают вместе, как симбиоз такой и мелков, и карандашей. Чуть выше у меня получилось, чем нужно, но ничего страшного. Мне нравится, что они вот так вот красиво выглядят по цвету. Чуть-чуть добавляю сюда голубенького Рембрандта. Ну, где-то даже он слишком голубоват, но я думаю, будет и неплохой контраст вместе с сиреневым насыщенным цветом основных цветочков и вот эти вдалеке немножечко сиреневатые. Можно, если хочется его увести ближе к фиолетовому, вот немножко добавить первого мелка, с которым мы делали фон. То есть они могут быть такие прям летящие где-то, вот небрежные даже, прям пушистые. Будет очень неплохо как раз дополнять наши основные яркие цветочки. Так, ну что, давайте теперь приступим к основной части. Какой-нибудь самый-самый важный сделаем. Мы уже потренировались. Давайте вот этот. Серединку ему обозначаю со светлым. Начинаю даже с белого. И можно даже чуть-чуть сюда добавить желтенького в середину. Вот такой лимонный желтый в серединке у нас будет. От него уже нам проще сделать разметку. Тут ориентируемся вот именно и на середину, и на краешек соусника, его же вазы. Смотрим, сколько лепесточек занимает место, ну, примерно половинку, да, от этого расстояния, плюс-минус. Опять же, это цветы, поэтому вы их можете довольно образно делать. Смотрите, что с правой стороны наверху есть лепесток, который поворачивает. Мы его очень мало видим. И желательно, чтобы они такие живописные по форме получались. Тут можно и чуть-чуть, кстати, схитрить. Сделаем сразу три цветочка. Это будет удобно, потому что цвета все равно мы используем с вами похожие. Делаем вот то же самое. Поставили белые точки, туда добавили желтый для теплого оттенка. И показываем, как идут лепестки уже у других цветков. Теперь верхний. Здесь довольно большое расстояние между лепестками. То есть есть вот такие просветики. Их тоже поставляйте. И здесь два лепестка нам еще осталось добавить. Вот, вот такие три цветочка мы сразу будем с вами делать. Давайте начнем с темных участков, а именно снизу они находятся. Прям такой концентрированный фиолетовый сюда добавляю для затемнений. Заодно, если работу мы ведем мелками, то получаются более живописные цветочки, потому что карандашом всегда есть такое желание все прорисовать, все, что можно. Вот так вот затемнение рядом с желтым поставили. Цвета у нас эти противоположные, да, поэтому желтенький и фиолетовый будут очень здорово выглядеть вместе. Это вообще такое гармоничное сочетание. Примерно где-то добавила чуть-чуть темненького на сами лепесточки. И давайте теперь будем уже по цвету подробнее все это делать. Я возьму фиолетовый карандаш. Думаю, уже сюда можно добавлять довольно светлых участков фиолетовых. Растушевываю с мелочком темно-фиолетовым. И форма становится вот такая более упорядоченная. Плюс получается легкий переходик, какой-то небольшой градиент, который идет от темно-фиолетового к вот этому вот
сиреневому. Он, конечно, чуть-чуть вот так вот розоват, да, слишком тяготеет к розовому. Нам нужно его немножечко захолодить. Для этого можно взять цвет с каким-то голубым подтоном. Вот тот же самый голубой можем взять. И с его помощью делаем небольшие такие полосочки. Заодно это будет и прорисовка фактуры, и в то же время цвет. Я сейчас даже не буду ничего растушевывать, нам в принципе это не нужно. Вот этот сиреневый карандаш с этим справился, он смягчил все основные формы. А вот цветочком наверху нам нужно будет быть внимательнее, потому что он может начать сливаться с фоном в какой-то момент. И здесь давайте с вами такую хитрость сделаем. Вот эти голубые цветочки, которые здесь вдалеке светятся, они помогут стать ярче основной фиалки, хотела сказать, верхнему цветку. Я немножечко еще их осветляю. И за счет этого фиолетовые участки будут становиться более яркими. То же самое я сделаю вот здесь, рядышком. Видите, что получается? За счет этого контраста у нас форма становится более четкой. И это всегда отличный вариант. Ну, из-за того, что этот белый не слишком яркий, он перемешивается с оттеночками под ним. И получается вот прямо такая мягкость. Можно даже чуть вот дальше этот уголок туда завести. Пока без какой-то конкретики, да? Ну вот уже форма становится понятнее. Вот такие вот, да, как здесь светящиеся участки, только здесь такой естественный кусочек именно от фона. А эти мы уже добавляем так вот дополнительно. Давайте, в принципе, раз уж мы с белым начали работу, возьмем более такой четкий белый, более яркий. Кот. Все нам закрыл. Так, и немножечко по контуру я пройдусь, потому что все-таки эти основные у нас цветочки, и можно здесь больше прожилочки выделить. Видите, да, вот эту голову кошачью тут? Сейчас он пройдет. Это же интересно, понятное дело. Ярик, ну давай. Ну что? Так. Видите, чуть-чуть делаю контур и там парочку, несколько вот таких тоненьких прожилок. Потом надо будет, кстати, все равно вернуться к темному, чуть-чуть где-то фиолетового снова добавить. Видите, уже более детально они становятся. Я пока что специально вот эти тычиночки не добавляю, потому что еще хочу туда фиолетового темного добавить, потом мы их уже сделаем поверх. Также форму, смотрите, не все они абсолютно какие-то ровные, некоторые из них поворачивают. Это тоже можно нам показать. И уточняем форму, потому что где-то могли немножко напортачить, да, то есть сейчас проверочка такая у нас идет. И вот эти все светлые линии, они все равно тоже стремятся в серединку. Ну, вот так вот более-менее стараюсь, да, относительно живописно это делать, чтобы было похоже и в то же время не прорисовывать все на свете, потому что это будет у меня часов на 10, да, работа. Мне кажется, так интересно, сколько у нас получится видео, хотя мы ничего еще толком не сделали, да, но главное разрисоваться. Так, теперь нижние. И я стараюсь, видите, какие-то участки на самом лепестке делать светлее, как бы такой градиентик из штрихов. То есть часть более светлая, часть более темная. За счет этого получается переливчик и выглядит красиво. Сразу они неоднородные. То есть у вас они и по форме где-то неоднородные, и по цвету. За счет этого получается такая вот живописность. И это можно делать специально, да, потому что... Мне тоже хочется сделать все такое ровное, гладкое, но вот с помощью каких-то приемов я стараюсь себя сдерживать все-таки. Ну, чтобы так они выглядели поинтереснее все. Сейчас снова с фиолетовым мелком я более аккуратно вернусь к
некоторым лепесточкам, чтобы их сделать чуть темнее, больше контраста туда добавить. Но это прям вот самый-самый темный, если где-то это не хватает. Ну, если где-то уже стерся цвет, да, если вы его белым закрасили, этот темный участок. Опять же, у меня довольно толстый мелок, я не смогу какие-то уж очень тоненькие линии сделать, но хотя бы немножечко тона добавить поплотнее. Плюс вот этот вот лепесток, который поворачиваю, тоже чуть-чуть покажу, а то он потерялся. И у основания прям можно больше темного. У желтого, видите, он начинает их выделять. Вот пока это делала, захотелось вот на этот цветочек тоже вернуться. И тут, кстати, будет еще два. Я их потеряла. Сделаем сейчас еще там. Много цветков, да? Прям что-то. Столько много их. Угу. Ну, зато как красиво потом будет, когда мы все это с вами прорисуем. Ладно. Так, ну по цвету вроде бы оно. Вроде бы оно. Чуть-чуть еще голубого хочу добавить. На некоторые прям чуть-чуть участки. Просто вот эта вот грань, да, когда смотришь и вроде бы похоже, но думаешь, какого-то цвета туда не хватает. Потому что у вас цветочки могут получиться и более голубыми, да, и более фиолетовыми. Но это поправить несложно. Когда основная форма будет готова, то можно будет и там по тону, по цвету, точнее, все это довести. Вот, вот этот фиолетовый, кстати, это брунзиловский вот такой цвет, 53-й, да, он прям очень похож на нужный фиолетовый оттенок. И хоть они довольно мягкие, они работают, в принципе, ярко. Ну, на абразиве-то точно. Вот чуть-чуть еще лепестки доделала. Так, наверное, мы сейчас это будем завершать. Сделаем белые тычиночки и сделаем хитрость в виде вот как шишечки, да, видите, серединка у цветков представляет собой как такие шишки. Там есть крапиночки зеленые. Возьмем сейчас оливковый, где он тут был у меня, вот такой вот. Вы можете взять любой зеленый. Сначала ставим точки на участке желто-белые, которые мы уже сделали, точек прям совсем чуть-чуть, чтобы фактуру добавить. Если вдруг с точками переборщили, то белым мелком можно там, ну, вернуть, да, парочку каких-то самых точек ярких. Вот так. И с белым мелком, либо карандашом, тут смотрите, что будет мягче. Если есть острая сторона у мелка, то подойдет. И тут можно микс опять же сделать. Смотрите, вокруг вот этого пятна вы расставляете точки, то есть окончания этих тычинок. Смотрите, что где-то они ближе к центру, где-то они расположены вот так вот, подальше. Вот, я ставлю точки, потому что эти точки будут быстрее делаться мелком, и потому что они будут ярче. Плюс их количество тоже вот так регулируете. Где-то их прям побольше. Вот так. Поставили. Теперь мы переходим уже к карандашу. И мы захватываем эти точки и ведем к центру. Таким образом, они у нас получаются довольно яркие. И сами вот эти соединительные веточки, полосочки тоненькие, окончания их толстые. За счет этого они выглядят более натурально. И в центр можно чего-нибудь прям такого супер яркого. Я бы даже зеленого добавила. Давайте чуть-чуть добавим. Вот так вот можно немножко туда зеленого, можно и какого-то желтого, знаете, в сторону лимонного туда. Вот. Давайте такой возьмем. Он, в принципе, на зеленый должен дать нам нормальный яркий цвет. Вот, видите, засветилось побольше. Так хорошо выглядит.
Переходим на... Когда я убыстрюсь, да, я уже думаю про эти цветы. Вот эти два осталось на маленьких. Они похожи на каких-то бабочек, да, прям такие они летящие и светлые получаются. Здесь, кстати, я немножко упустила эту веточку. Сейчас добавим. Они у меня немножко переместились, конечно, по расстоянию, но ладно. Вот, делаю такую веточку с оливково-зеленым. Тень ей добавляю немножко справа. В принципе, можно и, если туда попадете, аккуратненько добавить и вот такую светящуюся тень слева. Вообще, насколько получится, вот эти подчеркивания светлые, да, блики, они добавляют вообще самый такой классный блеск. Мы можем на потом с вами эти детальки оставить, когда будем так вот пробегаться по всей работе, что-то доделывать. Но если вот сразу хочется, можете тоже чуть привнести. Так. Ладно, идем к вот этому. И сразу можно, наверное, его сделать. И сразу сделаем наверху. Вот попарно оно будет как-то у нас активнее происходить. Помним, что этот вот расположен, у него ось вот так идет практически горизонтально, а у этого, наоборот, практически вертикально. Такой, как самолетик. Не буду его сильно темнить сразу, поэтому возьму средний сиреневый у меня, вот который Малевич, карандашик. И здесь то же самое. Вот так вот вниз легонечко опускаем. Тут какой-то большой довольно идет лепесток. Здесь нам нужно будет с вами уточнить границу, где идет один лепесток, а где другой. Потому что у меня тут все смешалось вместе. Соответственно, выделяем с вами один лепесток. Вот, например, у меня у цветка, который сверху, будет сейчас потемнее. Я сюда больше добавила фиолетового. А вот этот, который с ним граничит, у основного большого цветочка, он тогда будет посветлее. Все, и теперь у них никакого спора не происходит. Один светлый, другой темный, все в порядке. У него тоже может быть градиентик, но низ составляйте темным, чтобы было, ну, разница была, чтобы они у вас выделялись. Если, опять же, есть такая необходимость, да, если где-то это что-то мягкое в глубине, тогда можно не выделять. Но должны быть эти соотношения. Рядышком что-то светлое и рядышком темное. Тогда они друг друга подчеркивают. Сделали такой намек на лепесточки. Сразу помещу туда голубенький, потому что очень розово-сиреневый. С темным мелком находим самые плотные участки. Вот так вот их легонечко выделяю. Плюс-минус. Тут мы можем чуть меньше внимания уделить нашим цветкам, просто чтобы они по форме были похожи. Стараемся минимальным количеством движений сделать максимально похожую форму. Да, в этом и принцип такой живописности будет. Теперь карандашиком хочу немножко добавить свет. И тут мы обращаем с вами внимание, что вот эти лепестки, они светлее, чем фон. Даже белый где-то не берет, ну, точнее, очень сиреневый делает. Я добавлю вот с светло-голубым Рембрандтом немножко. Тут я просто чуть очень широко сделала, поэтому поправила. Да, вот так вот скажем. И такие же светлые участки можно сделать на вот этом цветочке. Все. Еще, кстати, интересный моментик. Во-первых, здесь, где я заехала, нужно будет взять какую-нибудь растушевочку и поправить этот уголок вот так вот. Ну, чтобы более изящная форма была. И я немножко же не доделала здесь светлую область. Видите, цветок, который прям идет за соусником. Такой вдалеке светло-сиренево-голубой. Вот намек на него мы сделаем сейчас. Он поможет выделить где-то нам цветочки, которые мы только что сделали. Максимально мягко стараюсь как-то это передать.
Если зашли на цветок, то можно вот контур его вернуть карандашиком. Так. Да, видите, он более выделенный становится за счет этого. Если не хватает там цвета, например, можно вот чуть-чуть голубого для мягкости. И все. Их я бы пока вот так оставила. Остается только добавить тычинки. Тычинки мы делаем тем же способом. Сначала прям много-много вот таких вот точек мелком. И на одном, и на другом цветочке. Потом карандашком аккуратненько соединяем их уже с желтым участком. Получаются вот такие пушистости. Отлично. Отлично мы это сделали. Где-то вот здесь они чуть-чуть так вот вместе сливаются, но нормально. Выглядит неплохо. Идем дальше. Так, ну что, еще не устали? Я уже устала от этих цветов. Давайте уж доделаем верхнюю часть. Переключимся на бокал, хотела сказать, наш графин. На нем немножко отдохнем, а потом снова в бой. Снова будем делать цветы. Но должно получиться очень неплохо. Да, уже, в принципе, интересненько. Так. Ну что, давайте вот эти три тогда делаем за раз. Находим середины. Расставляем белые точки. Так просто будет легче нам. Они, ну, примерно на равной удаленности друг от друга. Можно их, ну, вот это сделать чуть ниже для интереса, да, чтобы они были на разном уровне. Добавляю туда все так же желтый, чтобы более светящийся был белый. Фиолетовым карандашиком я обозначу лепесточки. Притом вот здесь, на самом правом, они, видите, такие более вытянутые, верхние особенно. Кстати, надо было как-то посчитать, сколько получается всего лепестков у этого цветка. У всех ли одинаковое количество? 7, что ли? У всех 7. Нет, где-то есть 6. А почему здесь 7? А вот у этого 7, смотрите. 1, 2, 3, да. У всех по 6, я так поняла, у этого 7. Ну ладно. Так, еще один. Ну, конечно, ничего страшного, если вы сделаете плюс-минус один лепесток. Я думаю, это нормально. Тут будут сложные такие пересечения одного лепестка с другим. Нужно будет быть внимательным. Остальное все точно так же, как мы с вами в прошлый раз делали. И тут как раз важно показать это наслоение. Часто бывает, знаете, мы рисуем цветы просто вот так, которые не доходят друг до друга, если так можно сказать. А вот все эти пересечения, где-то, где лепесток поворачивается боком, где уходит вниз, где один попадает на другой, все это важно, и за счет этого выглядит натурально. Так, этот прям такой маленький мы сделаем. Здесь, потому что хочется мне светлый участок какой-то показать, вот в вазочке. Такой прям желтоватый даже просвет будет красиво. Тут я хочу ниже сделать лепесток. А то очень много пространства остается. Ну да, в принципе, вот так вот неплохо. И такой намек на справа сверху, на цветочек. Там чуть-чуть можно где-то фиолетового вот так вот добавить. И будем их уже прорисовывать. Все точно так же. Я беру фиолетовый. Но вот этот, кстати, думаю, может быть и чуть синего добавить. Для такой прям глубины, потому что очень он плотный, да, цвет. Вот этот прям как будто синенький. Я чуть-чуть добавлю синего сначала на лепесток, а потом с фиолетовым буду перемешивать. Тогда он будет посинее, такой прям красивый цвет. Получается такой глубокий. Это сделали, он правда такой плотный, темный. Дальше идем как обычно, то есть по уголкам. Немножечко вот так подштриховываю. Серединку выделяю.
Все как обычно. Когда на нескольких первых цветках вы отработали технику, потом уже идет все намного легче и, наверное, быстрее. А может и нет. Так, теперь с фиолетовым перемешиваю вот так вот цветочки. Они опять сейчас должны больше, чем нужно, уйти в сиреневый. Но мы их потом с голубеньким перемешаем. Вот так вот, да, такой. Ну, в несколько слоев, да, у нас получается, если прям посчитать, на каждом цветочке по, может быть, так, 4 таких слоя, причем беглых, не супер подробных. Немножко голубенького. И с ним, да, такую разлиновочку сразу делаю. Кстати, голубой, он больше содержится вообще вот во всех цветках, если посмотреть, именно посерединке. То есть края, они более темные какие-то к сиреневому, а здесь такой блеск, и он имеет как раз, мне кажется, такой вот сиренево-голубоватый оттенок. Плюс, кстати, у цветочков, у них, видите, есть контур. Практически у всех. Интересно, что, да, вот затемнение посередине вокруг желтого, контур идет вот такой вот с фиолетовым. Но мы его с белым тоже подчеркнем, будет поярче. Вот так вот. И мне кажется, неплохо, что у нас один уходит фиолетовый в сиреневый, второй в голубой. Как раз получается то самое нужное сочетание. Так, сейчас нужно, главное, не запутаться, потому что этих лепесточков много. Так, все, давайте перейдем к белому. Он поможет нам так, все как-то структурировать. Светлые участочки сразу, если я вижу, я добавляю как бы извне, да, вокруг цветка. Например, рядом с этим маленьким. Он у меня там, ну, чуть-чуть другой по форме, немножко получился, но... Вот видите, шерсть, не зря кот ходил. Вот более контрастно мы его немножко сделаем. Там дальше теплый добавим, просто пока что я показываю, да, что здесь у нас будет свет, чтобы мы не забыли цветов, потому что достаточно много, форма такая дробная, и заблудиться можно очень легко. А когда мы выделили, то, видите, они становятся более четкими, находятся, и вот так вот легче. Ну, вот тут тоже потом что-то такое белое-белое. Здесь, кстати, потом еще будут фиолетовые какие-то один, да, цветок, который лежит на ручке. Ладно. В общем, белый чуть-чуть посерединкам. Здесь опять ситуация, когда у нас один темный, один светлый. Я вижу, что вот этот, до этого, который делали, центральный, он темнее. Значит, свет мы добавляем на его соседа, да, чтобы его выделить. Вот так. Контуры присутствуют у нас. Контуры мы тоже с вами делаем. Ну, вообще так красиво, да, получается. Когда только начинаешь, думаешь, ерунда какая. А когда уже заполняется лист хотя бы немного... то получше. Так, еще чуть-чуть серединочки плюс легкие контуры. Контур, когда делаете, используйте такое нажатие прерывистое, чтобы и линия была прерывистая, и нажатие неоднородное. Тогда будет она живая. Иначе нам нет смысла просто взять и ровно, как маркером, обвести лепесток. Это не нужно. Нужно прям вот такое вот легкое-легкое нанесение, которое не делает обводку, а подчеркивает форму цветочка, чтобы все у нас такое было супер природное, все натуральное и так далее. Здесь также выделяем лепесток, плюс тут присутствует, кстати, ну можно сразу сделать тычиночки такие вот от другого цветочка, они помогут делать фиолетовый более ярким, да, потому что они опять же
светлые. Вот так вот, где нужно, эти уголочки проставили. Серединки можно чуть светлее. Если где-то контура нет, но вы видите, что нужно, можно добавить вот нижняя часть тут, например. Да, вот этого правого цветка. Тут где-то не хватает контура. Ой, опять солнышко выходит, погода какая-то неоднозначная. Сейчас опять будут блики какие-то. Ну, посмотрим. Вот я просто эту штору открываю, закрываю, вот так вот по очереди. Непонятно. Ага. Чуть-чуть буквально затемнение, все, и идем на тычинки. Где-то у меня у маленького цветочка затемнение ушло, и контур такой как-то попонятнее хочу сделать. Так. Угу. Немножечко здесь у основания. И вот контур у правого цветка вот не хватает немножко темноты. Чуть-чуть. Я стараюсь так аккуратно добавлять мелком, потому что прям такого темного, как вот этот мелок, у меня нет карандаша. Вот этот фиолетовый кажется тоже темным, но нет, он не создает такую линию. С черным мешать не хочется, потому что он даст совсем нам грязь какую-то. Такой не хочется делать. Угу. Нормально, нормально. Да, знаете что? Чуть розового вот этого карандаша я добавлю на краешке. Ну вот прям вот вижу там этот сиреневый. И для разнообразия будет неплохо. Да, такая теплота сюда придет чуть-чуть. Интересный очень цвет, да. Не просто фиолетовый. Кажется, ну фиолетовый. Много всего. Тут что у меня получается? Тут у меня, кстати, неправильно, смотрите. Смотрите, что я сделала, да, видите? Здесь наоборот, вот так идет фиолетовый. Увлеклась. Вот идет лепесток, вот такой вот. То есть он принадлежит к вот этому цветочку. Сейчас мы его поправим немножечко с мелком. Да, то я так запуталась. Ну, на самом деле тут не принципиально, какой на какой выходит. Но пускай будет так, как на картинке. Сразу давайте быстренько сделаем вот эти лепестки, которые торчат вот так, выходят на ручку. Там парочку буквально вот этих лепестков. Чуть-чуть. Такой супер намек, какая-то легкость без прорисовки. Мягко-мягко. Ну, только где-то, где вот эти светлые идут тычиночки, можно так показать. В общем, без подробностей. Угу, угу. Но здесь пусть так остается. Я бы только чуть зеленого какого-то добавила. Вот так. Ну, как основание, да? Нашего листочка, цветочка. То есть чуть коричневого, чтобы потемнее и цвет немного сложнее. И раз уж такое дело, ну, чтобы совсем он не был просто фиолетовым пятном, вот так вот его чуть-чуть прорисую. Причем немножко по-другому, чем там, но у меня эта форма уже сложилась, видите, я думаю, будет неплохо. Пускай он будет такой. Все, все. Ставим наши прекрасные точки, плюс немножечко где-то зеленим желтим, да, для яркости. Вот так. Да. Вот так зелененьким очень хорошо. Парочку желтого. Кстати, этот оливковый мы с вами добавляли в других. Некоторые серединки, они потемнее снизу, поэтому туда можно чуть добавить зеленого точками. Показать фактуру вот как таких шишечек. И ставим тычинки. Тычинки понятно, да, как все как раньше.
прям кругляшки такие вокруг. Много, кстати, на нижнем, смотрите, сам маленький, а тычинок много. Вот так вот. Можно, конечно, и все делать мелком, но я все-таки хочу с карандашом, чтобы они были более изящные. Мелком бывает, что слишком толстую линию поставишь. Там хочется прям какой-то тонкости. И само сочетание тоже будет красиво, да? Тонкая линия и более такая толстенькая от мелка. Ну, все, вот так вот соединяем. Плюс следите, чтобы все-таки был какой-то намек на ряды, да? Что этих рядов несколько. Что они все такие пушистые. Отлично, отлично. Так, тут чуть я с контуром перестаралась. Сейчас пока делала, увидела. Немножко смягчаю. Вот так вот контур. Да. И делаем то, что у нас внутри. Вот это красивое, светящееся. Можно мелочком, можно карандашом. Смотрите, что будет сейчас лучше у вас там работать. Я, наверное, даже так мелком сделаю. Очень неплохой цвет, неплохой мелок. Недорогой вот эти Vista Artista пастели. 100 лет просто у меня этот набор. И пользуюсь. Какие-то цвета быстрее уже почти уходят, какие-то так. Но вот этот светло-желтый, прямо такой палевый, да, для бликов. Очень приятно. Такой прям... Ой, надо аккуратнее, смотрите-ка, что я делаю. Натуральный, да, такой теплый, но немножко разбеленный, прям вот для очень многого он подходит. И в то же время, ну, такой спокойно яркий, скажем так. Он потом подойдет нам и для чайника, для кувшина. Вы поняли, для вазы, вот это вот все. Да. Ага, вот туда чуть светящегося всякого я добавила. Можно остальное прям как есть оставить. Единственное, чуть яркости на каких-то стебельках. Можно позеленее, вот так вот пободрее сделать. И даже аккуратненько показать где-то тонкий блик на стебелечке, опять же. И, кстати, ну это не обязательно, но видите, такой рыженький, красиво. Красиво там он смотрится, тоже хочу. Он на стебельке есть, где-то вот здесь. Рыжий-желтый, кстати, очень любопытный цвет. Мне понравился вот это вот золотистое, который желтый-средний. Ну да, мы говорили с вами, он не желтый-средний, это прям как золотистый, как вот в наборе, да, в акварельном. Золотистая краска классная, там, ну, в Ленинграде в наборе. И вот здесь такой же цвет. Так, ну что, все, давайте пока верхнюю часть оставляем. Все нормально. Переходим на кувшин. Будем делать его. Немножечко как раз отдохнем от этих цветков, да, потому что сколько можно, сколько мы их уже делали. Подберем цвета для кувшина. Тут нам понадобится сначала темная база. Я подумаю, какой вот из моих подойдет. Смотрите-ка, даже в Делероне тут эти вкрапления такие нехорошие, царапающие. Нет, этот светлый, видите, выглядит темно, но нам светлый. Поэтому обязательно тестите цвет, который будем наносить. Нам придется с вами чуть ли не такой черный делать подложку. Ну, давайте сделаем с черным, но не супер концентрированным, какой-то такой. Не сильно яркий, я посмотрю. Ну вот, кстати, можно вот той же Vista Artista сделать. Очень легко сейчас сделаем с вами черный, потом добавим немножечко холодных, где-то, видите, голубой, зеленый и так далее. Добавим цвет коричневый, такой прям терракотовый. И потом в конце блики. Очень-очень свободно все это будем делать. И у нас должна здесь быть обязательно разница между фактурой. То, как мы делали цветок, и как будет сделана ваза. Движения должны быть разные. Ну, за счет техники мы покажем, что это разные поверхности. Итак, давайте мы будем затемнять. Да, опять же, легко. Сейчас цвет нанесем основной, темный, черный. Самые темные участочки. Его подрастушуем.
И потом будем добавлять все другие. Так, продолжаем. Где-то я перехожу на острую сторону, где нужно подчеркнуть вот так вот тоненькие участки. А где-то перехожу на плоскую и как раз вот начинаю показывать ту фактуру, которую нам нужно здесь оставить. Пятнышками, как будто вот такие мазочки, да, живописные пятнами пойдут. Давайте справа теперь. Справа прям контур, он довольно четкий, довольно темный. Аккуратно эту линию провожу. Сразу могу делать намек на разметку. Он у нас довольно толстенький, да, с таким рельефом кувшин. И эти линии я сразу показываю, то есть рисую по направлению. И прям аккуратно, аккуратно к нашему фону. Вот так. Чуть-чуть, наверное, его... Давайте чуть-чуть потолще сделаем. Вот здесь. Может быть, вот так вот, да? И потом то же самое сделаю с левой стороны, а то у меня до сих пор очень узенький. Вот. Так-то лучше. Сразу мы показываем, где идут цветы. То есть я довожу темный до этого участка. Где есть тень, я ее наношу. Давайте посмотрим. Вот чуть-чуть где-то здесь она присутствует. И здесь тоже левее немножко, он правда будет. Здесь листик выделяется с помощью темного тоже кусочка. И здесь несколько полосочек также. Вот. Сильно влево не уходим, потому что там будет уже у нас бликовая зона. Там будем работать со светлыми участками. Делаем ручку. Показываем просто пока что самые-самые темные участки. Рядом мы нанесем блики, и все, и поверхность у нас будет выглядеть блестящей. Вот так. Угу. Чуть-чуть серединочку вот так поплотнее, потемнее. Даже где-то я постараюсь оставить бумагу для, опять же, рельефа, да, этого, для текстуры. Так. Отлично. Все, теперь подули убрали лишнее. И будем следующие оттенки добавлять, да. Ручка, конечно, ну не полностью, да, такая серая, поэтому я предлагаю чуть-чуть где-то добавить сюда прям серенького посветлее. Не совсем светлого, какого-то такого среднего по тону. И можно такими движениями прям по кругу, по форме ручки, чтобы цвет получался, ой, то есть, ну, чтобы форма была такая гладенькая, то есть и цвет, и плюс мы сразу делаем намек на вот фактуру такую глянцевую. Серого здесь, в принципе, достаточно. Так. Вот здесь, кстати, интересная форма, как будто немножечко выпирает на ручке. Все остальное вроде нормально. Серого больше нигде нет. Давайте на какой-нибудь коричневатый перейдем. Коричневый, ну, чтобы такой теплый был. Даже он может быть и к розовому капельку уходить. Вот такими точками, широкой стороной я ставлю пятнышки. И здесь уже думаю о том, где у нас пойдут области со светом. Этот цвет светлее, поэтому я могу его туда добавить. Да, вот так вот снизу, посмотрите, какой блик идет более светлый. Чуть-чуть на ручку, ну, то есть по всем участкам нужно вот так вот прохожусь.
Пока что чуть-чуть это будет хаотично, дальше и дальше у нас будет форма собираться. Внутри еще присутствует тоже такой теплый цвет. Давайте добавим. Угу. Так, что у нас дальше? Давайте, раз уж был коричневый, мы поработаем с каким-то терракотовым. Это может быть и карандаш. Вы можете даже вот какой-то супер яркий брать, вот в рыженький, например. Он будет уже перемешиваться с предыдущими цветами и будет не такой яркий, но все равно довольно насыщенный по цвету. И пятнышки несколько расставляю. Также красиво, конечно, будет, когда мы рядом с оранжевым добавим пятнышки холодные, бирюзовые, синие и так далее. Заодно с ним, с этим карандашом, я сейчас снова буду возвращать форму выпуклости, которая на кувшине. Так, и будем считать сейчас, потому что я немножечко потерялась. Возьму сейчас черный карандаш и прослежу, сколько там у нас полосок. Где идет? Ну, где-то на самом деле я неправильно нарисовала. Вот так, или она потерялась. Пойдет затемнение. Вот. Вот так идет затемнение, уходит наверх. И здесь уже пошли потом полосочки. Чуть-чуть четче их делаю. Заново нахожу, потому что, да, могли уйти немножко. Вот так. Чуть-чуть можно еще плотнее сверху. Смотрю, что где-то черного не хватает. И где-то мелком просто не получилось туда подлезть. Поэтому это будет легче сделать с карандашом. Вот так. И снизу чуть-чуть форму тоже попонятнее. Этот угольный карандаш, он, видите, более черный, более темный, чем черный Вист Артиста, который я наносила до этого. Мы говорили, что не растушевываем, но я чуть-чуть так приминаю, просто чтобы не видно было линии самого карандаша. Да, чтобы помягче чуть-чуть были штришочки. Так. Все. Давайте дальше продолжаем с оранжевым. Ну, почти что везде, где нужно. Я добавила. Этого будет достаточно. Видите, прям яркими такими пятнами. Вот он где-то располагается. Очень интересно. Сверху идет участок тоже довольно насыщенный. И похоже на какое-то такое отражение. Вот полукругом идет. Так. Ну да, на всех основных участках расставили оранжевые. Уже по цвету ближе, да, уже похоже становится. Предлагаю взять сейчас голубенький, либо бирюзовый. Даже можно и тот, и другой. Сначала, скажем, с голубого начать. Вот такие легкие, мягкие пятнышки мы вписываем во всю поверхность. Смотрим, где у нас этот голубенький находится. Ну, то же самое, что и с оранжевым делаем. Плюс именно свечение справа, то есть в тени, оно будет идти с таким голубым цветом. Он будет как бы бликовать. Поэтому, что красиво, да, что вместе получается у этого кувшина сочетание и темного, и холодного вместе. Ой, и теплого, и холодного. И плюс он сам такой темный по цвету. Как а-ля такие бензиновые разводы, да, когда разные цвета, вроде бы, которые не должны вместе присутствовать, они вот вместе находятся на одном участке. Чуть-чуть покажу толщинку. Лучше, конечно, наверное, это с карандашом делать, но
Вроде бы у меня здесь есть острый уголок, поэтому нормально должно ложиться. Смущает меня все-таки, что он у меня более худой. Ну ладно. Может, каким-то черным неярким я сейчас его поправлю. Что думаете? Вот так, чуть-чуть. Поплавнее сделаю форму. Ну, чуть темнее надо. Так. Какой-нибудь... Давайте обычным черным, вот справа. Вот так лучше вроде. Больше похоже. Отлично. Вот где очень резкие линии, чуть-чуть смягчите. У бирюзового. Давайте капельку зеленого. Там совсем его немного. Яркий нужен зеленый. У меня, наверное, чуть-чуть холодноват, но, в принципе, нормально. Вот я вижу с оранжевым. Он рядом здесь находится. Парочку каких-то пятнышек ярких ставите. И красиво будет, если его помещаете уже на голубой. Да, вот здесь, как, например, на котором он был. Он сразу дает такой блеск дополнительный. Так. Можно чуть-чуть где-то на носик. Угу. Вот все так же мы слегка смягчили и будем сейчас делать светлые участки. Что у нас со светом? Свет яркий. Есть где-то, конечно, и голубые моменты. Мы их, наверное, сразу сейчас сделаем, но в то же время он все равно теплый. Да? Такой вот самый-самый яркий цвет. Он как будто немножко желтенький, вот ближе к такому. А с таким холодным голубым я сделаю разлиновку, покажу, где идут наши полосочки, и потом светлые уже добавим. Плюс мы не сделали пока что с вами, здесь идет такой рефлексик. Его нужно чуть темнее. Давайте каким-то, сейчас посмотрим, коричневым. Цвет, видите, у рефлекса похож на цвет графина, то есть их можно... Ну, где-то спутать. Но он все равно выделяется. Вот немножко еще белым так выделю. И вниз плавно уходит. Все, я думаю, теперь можно поработать уже. Ой, грязный палец оказался над бликами. Здесь вот сейчас я приведу прошлому виду, а то, видите, чуть размазала. Давайте тогда ручку, потому что у нее не такие яркие, да, блики. Можно сделать и карандашом. Заодно чуть-чуть форму скорректировать. Сейчас там непонятно что. А нам нужно с вами две поверхности. Вот сейчас я карандашом введу блик, и он идет на переломе формы. Ручка плоская, но у нее есть толщина. Вот эта линия, это будет как раз граница толщины, которая идет справа, и самой ширины ручки. Цвета здесь достаточно много, поэтому белый где-то будет просто перемешиваться и давать нам какой-то серенький цвет. А где участочек поменьше, да, где меньше цвета, он сможет дать, и вот как здесь, например, на чистом участке, либо с нажимом, это всегда работает, он даст нам блик. Вот так. И за счет этого более блестящая ручка у нас получается. Ну и по форме нормальная. Сюда где-то на желтый можно еще парочку бликов. Ну, прям такие вот точечки яркие ставите. Тут не принципиально, куда это попадет, но вот примерно сюда, на эту область. И со всеми светлыми бликами, ну, то есть вот эта теневая зона где-то, да, где не очень яркий белый цвет, вы можете так и поступать. Брать, например, вот такой вот белый и где-то осветлять. Либо это сейчас будет как подготовка, то есть первый слой. Да, вы вот так вот делаете, цвет просто перемешивается. Белый перемешивается с предыдущим, который был. За счет этого
вы можете сделать легкое осветление. Так, вот эти листья фиолетовые, сейчас мы подумаем. Видите, когда лень изначально все прорисовывать, то потом могут такие вопросы возникать. Вот так вот пойдут, как заячьи уши я нарисовала, да? Вот так пойдут лепестки. Просто границу я обозначу, не больше. Вот так, скажем, да. Вот здесь лепестки, лепестки. Тут еще потом третий, вот так. Ага, это для того, чтобы мне понять, где мне белый наносить-то. Где-то здесь он будет. Сейчас белый там с черненьким, с оранжевым растушуется. Здесь тоже немножко осветляем. Все участки, которые слева, потому что свет у нас слева, и тут, соответственно, и блики идут. С этим неярким белым, вы можете любой белый взять. Любой карандаш, он будет сейчас перемешиваться с пастелью, это нормально. Вот такие вот примерно делаете блики. Потом будем добавлять яркость уже с мелком, прям такую самую-самую сочную. И чтобы голубенький, да, где-то оставался. Пока что все мягко. За краешками следим, чтобы они оставались симметричные. Так. Прям вот поярче нужно будет нам этот кусок потом сделать. Он такой. Где зеленый, тоже посмотрите, какие здесь яркие блики. На какие-то нам придется, кстати, дорабатывать. Чуть рыжего добавлять. Так, теперь. Сейчас давайте мы это сделаем. Возьмем какой-нибудь оранжевый. Это у меня такой грязный мелочек. Мы его почистим. Вот, где блики с оранжевым на белый, да, предварительно. Я добавляю оранжевый мелок. Тут не так много таких участков. Вот так вот, да, поярче, чтобы было. Потом светло-желтый. Можно любой. Давно я вот этим, кстати, не делала. Это... Видите, как он крупный такой, толстый-толстый был. Это черные речки ручной работы, белый, ой, светло-желтый. Хороший мелочек. Он нам будет желтоват, поэтому мы добавляем его, а потом белый. То есть еще как бы яркости больше будет из-за вот этой последовательности. Плюс он даст нам такое классное свечение теплое. Это не помешает нашему графину абсолютно. Такими пятнышками собирательно вот так добавляем блики. Сразу другое дело, да, вот эта вот яркость получается. И он, видите, мягкий. За счет этого он все замечательно нам перекрывает. Получается прям такой насыщенный цвет. Идем по всем бликам. Даже вот снизу, да, где-то такие у нас... яркие кусочки. Если есть необходимость вдруг на ручки добавить, то и там тоже добавляйте. Ну вот, видите, засветился у нас графинчик. Тут чуть-чуть нам света не хватает. И вот здесь я еще хочу как бы чуть-чуть осветлить всю область, поэтому еле касаясь, легко, я добавляю сюда еще света желтенького. Так. Вот сюда. То есть прям такая вот как пушистенькая линия получается. Да, красота. Вроде хорошо все. Слишком он, конечно, желтоват, поэтому давайте чуть белого туда его успокоим так по цвету. Ну, теплый, красиво, в принципе, с фиолетовым, желтый, опять же, очень хорошо. Поэтому, может быть, и немножко поярче, это нормально. Так, это, кстати, плохо сейчас белый работает, слой, потому что большой, это Рембрандт, да, вот, как у нас, ну, вот, сиреневый, ой, голубенький. Я возьму, поэтому, белый Сен-Элье, вот такой же, как и здесь, но тут у меня, понятное дело, быстро закончился он.
самый расходный. А вот этот, который докупала я набор недавно, да, помните, в распаковках у нас было. Белый добавляю на желтый. Вытягиваю по цвету, прям по яркости, самые ближние к нам участки, самые-самые яркие. Не обязательно все, а то будет такой винегрет дробный, если все сразу высветлить. Только какие-то некоторые, где, да, действительно, прям вот нужен белый еще блик. Ой, ну что, вроде отлично. Мне прям, кажется, хорошо все получилось. Парочку бликов. И раз уж мы, кстати, с вами с ярким белым, можно выделить несколько, да, несколько участков, которые будут самыми еще яркими наверху. Там прям чуть-чуть какие-то точечно поставить блики, чтобы, ну, не смотрелась такой унылой зона с цветами, что там тоже есть контрастное сочетание. И действительно посмотреть, что у нас вышло хорошо, что яркие участки с графином и, ну, в принципе, с цветами тоже. И разные по текстуре. Здесь она мягенькая-мягенькая, потому что у нас такой линейной прорисовки нет. У нас просто пятнышки, да, плюс блики. И уже более подробная прорисовка наверху. Чуть голубого добавлю. Ушел у меня здесь голубой. Немного его. Вот так вот верну. А, кстати, знаете что? Сейчас еще нужно будет сделать быстренько. Чуть черного добавить сверху. Вот тут он подстерся немного. И за счет этого выделятся еще больше наши прекрасные цветы. Вот так вот. Сейчас посмотрю. Ну да, в принципе, нормально. Вот так. А потом берем белый карандаш. Где там был он? Мой Fruitacolor. Поправляем цветы по форме. Возможно, да, что где-то черный у вас на них заехал. Ну, в общем, выделяем их, потому что они сверху. Они должны быть там почетче, поконтрастнее. И толщинку самого графина. Либо он же соусник, он же ваза, да, вот это все. Чуть ярче рефлексик блик справа. Да и, в принципе, все, его можно оставлять. Все нормально у нас выглядит. Ну все, теперь приступаем к нижней части. Давайте сначала ленты сделаем. Так легко-легко в таком блюре. А потом книгу, потом цветы. Потому что цветы сверху, да. А потом фон и... Ну и все. И все будет готово. Для лент нужен будет розовенький, понятное дело. Какой-нибудь... Сейчас я чуть переформирую карандаши в другую сторону. И, ну, такой розово-сиреневый, да, нам понадобится. Вот, мне кажется, такой должен подойти. Ярковат, да? Вот. Ну, их сочетание, кстати. Хотя можно и такой, наверное, светлый чуть-чуть для бодрости. Да, нормально. Поэтому чуть-чуть вот так наношу. Я прям хаотично буду это делать. Наношу розовый. Розовый. Там один светлый, второй можно взять, знаете, более в какой-то такой сиреневый. Как раз можно и вот. Вот этот попробовать. Либо вы просто смешиваете, ну, по классике, да, там вот фиолетовый, чуть сиреневого, и получается то, что нужно. И цвет должен быть светлее, чем ваза. Вот здесь. Поэтому сейчас мы нанесем с вами. Дальше чуть поработаем еще над вазой. Тут, в принципе, они не стыкуются особо, поэтому не принципиально. Тут просто собрать красивые вот так по цвету сочетания. Так. Сюда голубенький. Голубо даже сиреневый. Сейчас посмотрим, какой нам подойдет. Давайте вот этот я попробую. Да, нормально.
Здесь важно, что они уходят в край, да, и нам нужно сделать прям вот такой вот переход в никуда, очень мягкий. Поэтому концентрация довольно яркая может быть в середине цвета ленты. Краям старайтесь отпускать, но мы сейчас с вами и растушуем все в любом случае. Поэтому миксуем такие полосочки. Сиреневый, голубой, розовый. Да? Вот так. Здесь можно без сильной прорисовки, все это все равно будет растушевываться. Нам даже здесь цвет, он будет чуть важнее. Теперь предлагаю перейти, чуть доделать базу. И там, кстати, рефлекс я бы еще такой красновато, рыжо-розоватый даже добавила. Вот так вот потом сделали что-то, да, вглядываемся, и хочется еще доделывать бесконечно. Вот сюда рефлекс, и по цвету очень должен подойти вот такой, такого плана мелок из Сен-Илье. Видите, он немножечко такой неоновый, немножко в розовый, немного в оранжевый. Вот очень, конечно, красиво, когда вот такие розово-оранжевые сочетания, такие закатные по цвету, очень здорово. Он ярковат, даже нам чуть-чуть ярковат, поэтому растушевываю. И, собственно, все. Вот, ну какой-то похожий добавьте, чтобы подчеркнуть форму, чтобы добавить яркость, но в то же время контур у графина оставить темный, черный. И чуть можно его куда-нибудь, потому что оранжевый я добавила, но вот этот розоватый оттенок, вот как будто его где-то не хватает. Поэтому я прям парочку пятнышек сейчас добавлю, вот будет хорошо. И посмотрю там сверху, ну сверху тоже есть. Ну все, а то это снова будет возвращение сюда к графину. Сделали, сделали. Так, растушевывать сейчас будем, потом чуть добавлять белого. Можно, в принципе, ленту показать все-таки уж слева, как она вот так вот сгибается. Мы видим одну сторону, вторую вот так. Тут чуть фиолетово, и все, дальше книга уже пошла. Здесь, кстати, возьмем кисточку. У меня вот такая есть коробка с кистями. Это для акрила в основном, но для таких наших целей тоже подойдет. Нужна довольно жесткая будет щетина. Или можно синтетика. Давайте щетину возьмем. Для чего, да? Для растушевки, но более такой, скажем, жесткой, где цвет будет шире разноситься в стороны. Это для того, чтобы на пастельмате, потому что он довольно цепкий, да, такой, чтобы на нем нормально распределить цвета, когда нам нужно, чтобы они ушли на нет. Вот. И для этого можно кисть использовать. Синтетика будет слишком мягкая, а щетина, она как раз позволит сделать такой мягкий-мягкий переход. Видите, слой минимальный, да, если вы работали на пастельмате, вы знаете, что маленький слой, ну, невозможно растушевать. Здесь все нормально происходит, видите. Прям вот она поднимает кисть наверх, слой пастели, и вы дальше с ним уже работаете. И его куда нужно, вот так вот переносите. За счет этого вот такая вот мягкость у нас выходит, и тут практически любые цвета таким образом можно растушевать. Теперь налево, вот сюда, ближе к бокалу. Ой, ближе к графину переходим. Так. Ленту с другой стороны. То есть он погружает, да, видите, она, кисть, цвет внутрь, и огромное довольно количество пигмента оставляет сверху, и мы его туда-сюда перемешиваем. И почему мы это делаем? Потому что книгу я тоже хочу не четко здесь прорисовать, а немножко увести, может быть, даже где-то вот кусок фона оставить. Не зря же, да, мы делали красивые переливы, хочется, чтобы они у нас сохранились, там, где вот в них есть необходимость, скажем так. Сейчас лишнее лучше всего подуть и убрать, потому что много сейчас пигмента. Все.
После этого можно сделать растушевку уже пальчиком, то есть остаточки где-то вот туда прям погрузить. Особенно уделять внимание где-то краям, чтобы, да, действительно все мягко ушло. И сейчас даже не мелком бы, а я скорее карандашом доделала светлые участки. В основном не хватает каких-то голубых бликов, поэтому я беру карандаш. И тут, видите, получается интересный эффект, да, то есть он ложится и мягенько, но в то же время мы видим эти линии, как будто мы практически на чистый слой бумаги добавляем цвет карандаша. В общем, это можно либо немножко растушевать, можно даже где-то оставить, тоже будет неплохо выглядеть и, в принципе, сочетаться с фактурой ленты. Вот можно капельку побольше голубого, и там он скорее больше, ну, в бирюзу, да, вот особенно где-то кусочек. Вот так. Справа тоже чуть-чуть цвет смягчаю, вот здесь где-то голубой добавим. Все. То есть сама лента должна очень нейтральная получиться, и раз уж мы рядом с ней, немножко нужно будет вот кусочки проработать. Я бы сделала темнее участок, потому что тут, тут тень, да, будет намного темнее цвет, чем сверху. И, скажем так, для глубины, какую-то глубину сюда добавить, а то сочетание немножечко странное, скажем так. Когда светлый вот этот акварельный подмалевок рядом с заполненной пастелью лентой. Поэтому сейчас я сделаю такой промежуточный слой, чуть-чуть где-то добавлю пастель. Мы с вами уже там пастель добавляли, но совсем вниз мы не уходили. И вот сейчас это можно будет сделать как раз. Он слегка так бирюзовит, скажем так, поэтому добавлю чуть-чуть вот так вот голубого. И знаете, какой мне нужен? Да и вам тоже. Какой-то серенький, но потемнее. Вот так вот, смотрите, на пальчики добавляю. И чуть-чуть затемняем. Видите, все равно где-то светится акварельный подмалевок. Но мы немножко делаем плотнее. Это поможет участочки той же ручки, той же ленты их чуть-чуть выделить. С левой стороны этого немного, здесь больше света, но для поддержки все равно чуть стоит. Вот так вот, да? Такой он прям более мягкий, более живописный получается. И, наверное, последнее, что мы сделаем, капельку сиреневого. Давайте вот какой-нибудь вот такой, чтобы была связь с верхней частью. Иначе тоже чуть-чуть будет странно. Да, то есть, чтобы гармония везде у нас присутствовала. Ну да, в принципе, все нормально. Чуть можно, если зашли на ленту розовую, ее там капельку где-то выделить. Но, в принципе, она такая мягкая может быть. Ну что, все. Лента готова. Так ее можно оставить. Потом, если что-то захотим с ней доделать, уже позже вернемся, когда книгу цветы сделаем. Давайте переходим к книге. Книга, конечно, красивая, да? Посмотрим, будет ли она сложная у нас в исполнении или нет. Нам нужен будет черный карандаш. Давайте возьму, опять же, от Малевича черный, потому что поверхность большая. Хочется не только четкости, но и чтобы активнее шло заполнение. С черным карандашом, там, где корешочек у нас идет, вот здесь, где обложка книги. Затемнение добавляю, и заодно я буду следить, где идут лепестки, и их форму восстанавливать. Вот так. Да, то есть вот идут крайние лепесточки. Тут тоже идет довольно большой цветок, там тень, поэтому мы можем себе позволить добавить себе черный. Тут красивые, конечно, переливы, но здесь, скорее всего, мы их с вами закроем. Вот примерно, да, то есть чуть ближе-ближе подбираемся к уже нормальной форме цветков.
Сама обложечка довольно темная, сразу можем ее покрыть черным цветом. Дальше мы бордовый с вами добавим, конечно, туда. Здесь я постараюсь вот где-то до этой зоны дойти. Здесь сделать мягкий такой растушевочный цвет, чтобы у меня вот эти переливы акварельные, насколько возможно, там сохранились. Так. Ну все, нормально. Можно сделать сейчас вот такую разметку, то есть как идет сама обложка, корешочек тут. Даже золото чуть-чуть попробуем с вами добавить. Там, где идет тень, немножко плотнее штрихуем. Здесь показываем, что участок более плотный, чем фон, да? И все, давайте приступим к цвету. По цвету, да, участок книги весь, он довольно бордовый. Поэтому либо мелочек, либо бордовый карандаш. Посмотрите, что будет подходить. Я вот такой бордовый попробую взять. Ну да, в принципе, похож. Может быть, у вас цвет будет похож, да, но понадобится его где-то затемнять. Это тоже нормально такое. Вполне может быть. За счет того, что я работаю его широкой стороной, я вот здесь могу прям так вот на нет отпустить этот участок. И его, сейчас посмотрим, скорее всего, вот где-то так его оставлю. Что касается самой части, где идут страницы, там он уже не бордовый, а скорее в какой-то... Ну, такой к рыжему, коричневый, да, отличается по тону, поэтому тут давайте возьмем один, кстати, из моих любимых коричневых. Смотрите, какой хороший. У Виста Артиста вот этот хороший коричневый, я уже говорила, и там хороший голубой в наборе, и вот желтый. Ну, остальным тоже можно рисовать, но эти прям удачные. Заодно для чего вот такую фактуру не растушевочную мы здесь сделаем специально, а вот страницы как раз чуть подрастушуем. Видите поверхность кожи, чтобы ее передать, будем примерно так же поступать, как и вот с графином, он же кувшин, да, вот про него все. Так, даже какие-то вот такие вот неопрятности могут оставаться специально вот особенно здесь. Так, угу. Давайте тогда корешочком коричневым займемся, а потом делаем страницы, а потом уже, собственно, цветы. Довольно холодный цвет вот здесь. Он скорее какой-то такой сиреневатый. Давайте попробуем наш вот такого плана голубой. Ну, кстати, он, в принципе, сюда подходит. Ну, как блик, да, на участке блика, если учитывать, что будет перемешивание с бордовым. Чтобы вот такой вот блеск получился. Плюс где-то добавляем тоже бликов, где мы намечали корешочки, полосочки такие. Сразу чуть можно, просто чтобы мы не запутались, подчеркнуть, как пойдет уже поверхность дерева здесь. Тут, в принципе, она довольно холодная, так что вполне этим голубым можно что-то, да, вот так вот разметить. Потому что когда тон становится понятнее, то нам легче уже прорисовку делать. Да, когда мы видим, что книга темнее, фон светлее, то оно уже начинает больше собираться. Так, угу. То же самое делаем где-то здесь. Мы чуть-чуть это будем подрастушевывать, просто чтобы мягче было. Так вот. Потому что довольно пигментированный бордовый, который я нанесла. Можно даже попробовать взять такой голубо-сиреневый. Он чуть-чуть будет похож, кстати, будет более нейтральный. Именно для того, чтобы нанести его, так смотрите, широкой стороной. И уже дальше не растушевывать. Так, теперь предлагаю сделать затемнение. Где они у нас пойдут снова. Так вот будем аккуратненько возвращать. И особенно темнее мы делаем нижнюю часть книги, да, потому что там тень. На свет не заходим. Заодно сейчас бордовый у нас станет более плотным.
То есть и цвет добавляем, и объем. Ничего страшного, если вниз куда-то вы заехали на участок стола, потому что мы его еще доделаем. Так. И вот эту вот линию нижнюю, мы ее доводим почти до конца, чтобы она тоже уходила на нет, у нас получилось оставить этот мягкий переходик. Так. Так. Тут даже слова, да, вот эти. Не будем, наверное, слова прям с вами прописывать. Я покажу, как можно сделать, чтобы буквы были читаемы, но... Точнее, похоже на буквы, но не читаемы. А то прям... Ну, может, конечно, и прорисовать, но здесь не обязательно, да? Тут книга все-таки, она такая, скорее, вспомогательная, чем главный герой у нас. Но красивая, конечно. Ничего не скажешь. Здесь мы тоже сделаем все вот эти потертости. Чем она более потертая, тем, конечно, выглядит интереснее. А теперь мы берем с вами что-нибудь светленькое, да, какой-нибудь белый карандашик. Можно какой-то неконцентрированный. Например, вот эта лира, она, видите, с пометкой драй, она более жесткая. Она прям вообще очень плохо прорисовывает. Вот, поэтому для участочков вот такого плана, да, где я нажимаю на нее, видите, она дает линию практически незаметно. Вот неяркие белые, они неплохие, они просто нужны для таких участков. И даже из-за того, что она, видите, твердая, она у меня заточена толстая, но все равно дает тонкую линию. Ну, потому что твердая. Так. Вот здесь такие какие-то намеки на полосатости сделаем. Я уже, конечно, чего-то сама понапридумывала. Но тут, в принципе, нам не страшно. И заодно вот этот эффект такой потертости можно тоже делать какими-то жесткими карандашиками. Потому что они не смогут нам цвет сильно поменять, но смогут добавить фактуру интересную. Можно также с ней где-то чуть-чуть проработать участок, вот здесь, где кожа, немного. Видите, то есть карандаш не способен сделать цвет очень ярким, но способен провести тонкую линию и растушевать то, что уже есть. Для тех же страниц. Вот здесь это идеально, то есть как место растушевки, можно сказать. И в зависимости от нажима дает разную линию, но все равно похоже на страницы. Потому что твердый карандашик. И чуть-чуть вот сюда поярче, ближе к корешочку переходим. Так. Можно толщину тоже подчеркнуть. Вот так, видите, красивая тонкая линия выходит. Чуть можно снизу еще подчеркнуть. Вот это мы уже сделаем другим мелочком скорее, но вот намек можно показать и сейчас. Наверху, кстати, потом черным обязательно проработаем, но пока вот где свет, можно добавить белый. Тут тоже какие-то светящиеся участки, видите? Так. Чуть-чуть, конечно, я тут подзапутала, но давайте в любом случае добавлять будем золотой. Для этого сначала берем коричневый, делаем разметку, где вообще будут эти участки. Скажем, я вот здесь линию делаю золотую, тут у меня будет текст. И потом у нас еще две строки текста. Ну вот давайте вот эти вот. Вот эти две и будут. Тоже от темного к светлому. Поэтому сейчас нам нужен ну, какой-нибудь рыжий, оранжевый. И с ним мы вот так вот намечаем. Пока что это будет не сильно видно. Да, просто вот где находится этот участок показываем. Вот так, то есть по слою коричневого.
делаем намек, что там какие-то буквы, но по сути там не будем буквы прорисовывать. Дальше, вот здесь у нас тоже с вами две строки. Указываем одну и вторую. Ну, вот так как будто волнами в сторону вводим. А это будет намек на текст. Так, теперь нам нужен, можно тонкий мелок, можно карандаш, какой-то желто-белый. Я возьму, давайте, где-то у нас, где он был, вот этот. Он нам подойдет. Здесь, где просто текстура, там будет чуть проще. Главное мягкую сторону сейчас найти у мелка. Вот. Наверху больше мы ставим такие яркие пятнышки. Пока что они будут бежевыми. Но цвет будет уже более золотым становиться. То же самое вот здесь снизу. И плюс два наших слова. Интенсивнее цвет будет вот наверху. Сейчас можно, чтобы яркость стала больше, чуть добавить желтого. Можете взять прям яркий желтый мелок, туда вот несколько таких точек поставить. Дальше мы с вами добавляем белый. Это для блеска. Вот так вот можете по верхушкам прямо его поставить. Угу. Все, и сейчас мы немножко упорядочим эту форму с помощью коричневого. Коричневый лучше взять какой-нибудь тонкий и довольно яркий. Так, у меня вот этот забинтованный такой коричневый, это карандаш. Можно его, в принципе, взять. Где-то у меня был похожий, но... А, вот нашла. Будет вот этот удобнее. Упорядочиваем, если есть такое слово, форму, приводим в порядок. Вот так, да, чтобы было правильнее по ширине. Теперь, где идет текст, то же самое. Снизу, где мы зашли, проводим линию и чуть-чуть сверху. Как бы объемчик этим буквам даем. Так. И вот снизу можно еще где-то плотнее. Тут я немножечко смягчу сразу. Так, чтобы было поплавнее. И то же самое с другим словом. Где-то, где зашли, ровнее делаем полоски. Ну, тут прям таким намеком. Здесь потому что мы чуть подвинули, и эта форма потом фиалкой. Ой, ну цветком, вы поняли, перекроется. Угу. Так, теперь я возьму беленький. Беленький хочу какой-то помягче. Вы тоже какой-то мягкий берите. Вот тот же самый Малевич, он будет мягкий. Потом Дервинт можно взять. Когда много карандашей, с одной стороны хорошо, а с другой стороны совершенно не видишь то, что нужно в данный момент. Я нашла. Но это, кстати, по-моему, другой. У меня еще, ну, второй такой набор был, где... А, нет, может, и не другой. Где идут разметочки со светлым цветом на книге, мы их добавляем. Ну, то есть просто еще свет мы добавляем сверху. Показываем фактуру, где она есть. И будем оставлять уже этот кусок. Давайте проверять то, что у нас сверху. То есть у него может такая хаотичность быть. Как раз мы этим самым и показываем, что у нас такая... С вами древняя старая книга. Осталось доделать немножко участочки вот здесь сверху. Там по цвету действительно какой-то он желтенький, светящийся, поэтому мы можем взять светло-желтый мелок и делаем вот такие вот кусочки, показываем, где идут потертости, да, какие-то оторванные участки. Это первый слой с белым. Мы проставляем самые яркие участки, то есть самые-самые светлые, какие-то торчащие, вот такие, чтобы объем появился. А потом можно взять какой-то коричневый, и тут уже, видите, прямо в серединочках цвет, он более
такой плотный и темный. И вот с коричневым я как раз где-то добавляю, где-то смягчаю вот здесь. Добавляем потертости на уголках. Вот так вот побольше. Угу. И сейчас у нас будет такое затемнение. Чуть-чуть черного на саму книгу. А вот здесь, кстати, тоже я забыла. Да, тут рыженькая такая. Потертость идет. Вот так. Она находится на толщине, поэтому рядом чуть-чуть затемняйте с черным тоже. Уголочек поплотнее. Все, и остальное будут у нас пространство занимать уже цветы. Ну что, книга готова. Чуть-чуть вот я растушевываю рядом с драпировочкой. Там, кстати, на границе книги видите светящийся такой голубой рефлексик. Он где-то на самой книжке там чуть-чуть есть. Можно добавить. Ну, потому что все должно в гармонии, да, быть, то есть вписано в общий цвет. Немножко даже здесь как будто голубой такой перелив. Ну, и, в принципе, это поможет мягко уйти вот так вот. В краешек листа. Угу. Так, вот этот кусок доделаем потом, когда будем делать фон. Давайте делать цветы. Сейчас можно даже сделать еще хитрее, чем раньше. Давайте найдем все середины. Это поможет нам отыскать все цветочки. Раз, два. Так, потом где-то наверху еще. Вот здесь. Так, у самых понятных я продолжу. Вот эти два цветка, которые у нас выходят на кувшин. А потом еще один. Ну да, где-то, допустим, здесь. Здесь такое, его нужно будет нам увеличить. Вот тут. За ним там, да, какой-то. Один, скажем, вот здесь. Тоже нужно будет его чуть увеличить. То есть подстраивать просто к остальному. Но ничего страшного, больше это не меньше. Пускай они будут больше. Здесь мы сделали это, сделали. Здесь тоже такая серединочка. Еще одна серединка. И здесь все. Ну что, вроде нормально. Не так сложно. Оказалось, чуть желтый. Кстати, даже не желтый, сразу бы зеленый я добавила. Поярче какой-нибудь. Вот такой вот прям немножко неоновый. А дальше уже доработаем, чтобы они ярче смотрелись. Сделаем. Так, ну что, давайте будем начинать, наверное, с левого участка. Форма сложная, чтобы не запутаться, давайте делать все по группкам, как мы делали наверху. Потому что так глаза, конечно, разбегаются, но надо начать с малого, да? Как там говорится в прекрасной поговорке, что путешествие в тысячу ли начинается с первого шага, да? Вот из первого цветка будем делать букет. Здесь контрастно, в принципе, да, много темного, много светлого. Поэтому мы можем аккуратненько сделать контур даже с черным. Давайте вот эти раз, два, три. Делаем три левых цветочка сначала, потом идем вот так вот дальше, дальше, дальше. То есть все по той же схеме. Сейчас начнут появляться первые цветы и потихоньку будет складываться вся форма. Ну, вот так вот, да, примерно. И я вот думаю, вот этот захватить или нет. Давайте просто покажем, как он идет. Вот так. Так, раз, два, три. Этот у нас, который мало виден. Этот тоже, у которого так тычинки видны. И его, кстати, нужно будет как-то модифицировать сюда. Еще, может, пару лепестков добавить. Хорошо. Все, давайте по тому же плану. То есть мы добавляем темные, темно-фиолетовые на плотные участки, которые вокруг серединки.
Некоторые лепестки будут, в принципе, темнее. Можно их сразу фиолетовым заполнить. Вот так. Ну, вот на это тоже сразу чуть добавлю. Угу. Теперь берем сиреневый. Все как раньше. И соединяем. Сиреневый цвет растушевываем вместе с фиолетовым. У нас должны красиво лепесточки выходить на участке книги, да? На все остальное тоже совсем сочетаться. Поэтому вы стараетесь, конечно, и соблюдать форму, которая есть на референсе, и немножко уже подстраиваться под ваш рисунок, чтобы все было гармонично у нас. Этот уже чужой лепесток где-то здесь пойдет. Так. Этот как-то вот так. И мы ему сделаем сейчас, ну я так точно, вот, скажем, дополнительный какой-то лепесточек. Угу. И плюс какая-то небольшая путаница может там возникать, конечно, это нормально, если она будет. Но все равно нам поочередно нужно будет все с вами показать. Точки. Я добавляю голубой там, где больше холодного, где больше голубенького. Поэтому на нижний не добавляю, там он уж очень сиреневый по цвету. Так. Угу. Да, и вот на него. Ну, во-первых, да, чуть можно еще активнее середину сделать. Так. Да, то есть поярче, чтобы смотрелся. И можно даже сюда больше вот такого ярко-розового, чтобы и выделить этот цветок по соотношению с книгой, да. Прям такой вот насыщенный розовый, красивый. Так, хорошо. А чуть-чуть полосочек, это может быть уже какой-то сиреневый вот сюда. Ну, чтобы просто выглядело убедительнее. Так, теперь переходим на следующий. И вот следующие, в принципе, те выше, которые мы с вами начали делать, их можно все чуть-чуть, да и наш нижний тоже, по контуру, опять же, их поправить, начать уже добавлять где-то светлые участочки и тем самым выделить вот так, чтобы и на фоне книги тоже все это выделялось. Вот это как-то у меня плоховато рисует. До этого был, какой у меня был, тоже Creta Color, но тот был другой. Тот прям хорошо рисовал. Сейчас его надо будет отыскать. Смотрим, где идут вот такие светлые контуры. Плюс за ними где-то тоже есть свечение на книжке, например. Добавляем. И не забываем вот хотя бы несколько таких прожилочек. Пусть даже их будет не сильно видно, но вместе все равно будут хорошо выглядеть. Если где-то есть, видите, свечение, вот такие, сразу их добавлять, потому что потом мы можем потеряться и уже их не найти. И вот так вот постепенно идем по всем цветочкам. Также будет красиво, если от линии вы будете вести вот такой вот контур, линии, которые мягко-мягко будут вот растушевываться. Такой вот градиентик, мягкий переход получится. И они, видите, когда карандашиком работаем на участках, на которых мы поработали таким средним слоем пастели, они и немножечко пушистые, и ну, в то же время не сильно белые. Получается, вот, например, как на этом, такой эффект бархатности. Поверхность как вот
у фиалок, например, да, то есть она блестящая, как бы, как будто сам цветок блестящий, но в то же время мягкий, как будто бархатный. Вот, вот это такая же история. И вот такие немножечко сухенькие, такие чуть жесткие где-то карандаши, они как раз дают вот такой вот эффект, когда вы уже работаете после мелков. Поэтому, в принципе, вот то, что надо. Вот так получается. И вы с одной стороны штрихуете, с другой стороны и как бы растушевываете. Все это вместе происходит. Давайте доделаем вот этот лепесток, который там, по сути, относится уже к другому цветочку. И чуть еще мне нужно как-то выделить. Давайте я выделю с большим количеством светло-розового. Так. И еще чуть-чуть сюда добавлю белого. Их объединю, вот, чтобы на фоне книги у меня больше выделялось. Эти волоски. Вот. Сделали. Чуть-чуть серединочки дорабатываем с вами, и все, идем дальше. На серединке можно поставить вот такие точечки, пятнышки, либо с зеленым ярким, но лучше даже сделать сочетание разных зеленых. Это может быть вот такой вот оливковый для теней, ярко-зеленый прям вот в середине, и ярко-желтый можно мелком, несколько хотя бы точек для вот этой самой яркости. Может быть и какой-то лимонный, да? Вот, то есть выделяем их настолько, насколько у нас получится. Теперь делаем тычиночки. Обращайте внимание, на каком расстоянии от середины находятся на каждом цветке вот эти точки окончания тычинок, потому что они везде прям такие разные. И, кстати, даже где-то они более толстые, где-то более тонкие. Везде они чуть-чуть отличаются. Вот прям вот так вот точки-точки мы ставим. На дальнем можно будет сделать больше мягкости. Сейчас покажу. То есть, когда вы здесь вот точки поставили, вы можете пальчиком взять и вниз потянуть, чтобы немного смягчить эту область, потому что он находится довольно далеко. И теперь точно так же мы соединяем точки и серединку. Карандаш, кстати, уже вот прям не всегда ярко ложится, потому что большой слой. А вот здесь, на ближнем к нам, мы видим, что тычинки, они имеют немножко желтый, да, оттеночек. Поэтому добавляю. Так. Угу. Ну что, по-моему, супер. Очень хорошо получилось. Все, часть сделали. Немножко можно выдохнуть. Идем дальше. Дальше давайте какую группу делаем. Цветочек, который крупный, наверное, может быть самый, один из самых крупных, наверное, раз. И два, вот эти они крупные. Делаем его, то, что за ним, там какие-то отдельные уже цветки. Потом цветок, который чуть-чуть за ним видно. И можно сделать, скажем, вот, вот этот. То есть следующую небольшую группку. Опять же, потому что легче нам разделить на какие-то части. Так будет проще справиться. У него, кстати, тоже 7 лепестков почему-то. То есть, может быть, у больших 7. У меня 6 получилось. Так. Слушайте, наверное, я оставлю. Мне 7 тут не очень будет. Я сделаю крупный, но с 7. Ой, 6 лепестками. Ничего страшного. Тут у нас еще одна середина, тут тоже какой-то лепесточек идет. И давайте на вот этот. У него сколько? У него 6, вижу. Так вот, 1, 2, небольшой, 3, 4, четвертый небольшой. Вот здесь нужно будет увеличить его, то есть именно под нашу композицию подстроить. Вот эти 3 давайте делаем
все то же самое, да? То есть только где-то прям контуры потемнее, если получится сделать, будет хорошо. В принципе, они довольно крупные, и если вы тоже делаете это мелком, то должно получиться. Именно справа-слева у каждого лепесточка сделать контур потемнее. И я думаю, знаете, даже вот сюда мы добавим синий. Потому что в глубине, в тенях, он больше к ультрамарину, даже оттеночек такой. Есть там такое. Так, вот лепесток, который мы уже делали, это относится к следующему цветку. И вот сюда. Переходим тоже на добавку. Еще немножко фиолетового на третий цветок, который мы сейчас делаем. Здесь, кстати, их можно даже немножко вот так вот растушевывать чуть-чуть, просто чтобы больше пространства сейчас заполнить. И, ну, теперь точно так же, да, я беру сиреневый и добавляем больше света. Вот этот первый из трех, который мы сейчас с вами делаем, он опять же больше именно сиреневый. Но кроме участков на глубине, скажем так, то есть где самые темные у него кусочки, там можно добавить будет и синий нам. Но пока что вот с одним карандашом проходимся. Какие-то вот дополнительные, да, там будут лепесточки, можете сразу добавлять, там, если что-то в глубине видно. Третий теперь доделываем. Помним про себя, да, что он будет посветлее. Но пока вот идем с одним цветом по всем. Дальше как раз про синий. Вот эта вот глубина больше синенького. Я добавляю на здесь несколько будет, ну, 2 или 3 лепестка. У первого цветочка вот так посинее. Потом чуть-чуть лепестки вот у следующего, и где-то на глубине можно еще чуть-чуть синего добавить у третьего. Плюс будет интересней по цвету, будет как-то многограннее все выглядеть. Так, сделали. Мне кажется, с темными у нас, ну, практически все. Я бы только чуть-чуть в глубину добавила черного даже, потому что он там где-то присутствует. Посмотрите, сейчас самые темные уголочки именно среди этих участков, где нужно добавить. Вот так. Угу. Все, теперь будем добавлять уже светлый, наш голубовато-сиреневый. Добавляю его на верхний цветочек, оставляю прожилочки, конечно, вот такие вот, чтобы сиреневый где-то светился. Так, чуть-чуть заодно его будем осветлять. Кстати, на остальные, даже не на вот этот, да, на который средний, здесь я бы чуть добавила голубого на один лепесток, вот так. Тут они немножко у меня перемешались, сделаю разделение между лепестками. И вот сюда, наверное, какой-то даже розовенький у нас подошел бы. Поэтому можем с вами взять розовый карандаш. Сейчас я так поищу у себя какой-нибудь похолоднее, потому что теплый не подойдет сюда. И с ним мы серединочки вот так вот делаем еще ярче. Это у меня обычный розовый Derwent 190. Такой классический, можно сказать.
нежный. Краешки делаю светлее. Краешки и серединки. Тоже, видите, такая мягкость бархатная выходит. Потому что не растушевываем, просто немножко приглаживаем. Ага, и вот как раз нужный нам сиреневатый оттеночек. Он все равно очень какого-то супер розового цвета нам не даст, но это и не нужно. Если нужен цвет ярче, то вот мы можем взять мелок и несколько, буквально там чуть-чуть, парочку полосочек добавить с розовым поярче. Чуть-чуть сиреневого карандаша. Так, и в принципе он нормальный, уже хороший. Чуть-чуть сиреневого на третий, и я бы уже добавляла нам беленький. С белым все то же самое, да, делаем. Ну, во-первых, он где-то будет служить нам контуром вокруг. Смотрите внимательно, то есть где с вокруг лепестка нужно добавить белый, а где нужно белый добавить на сам лепесток. Чтобы форма, она вот так была заметна. Где-то краешки будут более светлые. Так. Серединочка. Кстати, аккуратно будьте с книгой, я прям вожу по ней сейчас. А мне еще кажется, знаете, сейчас смотрю, как будто капельки на цветочках. Посмотрим, может быть, тоже сделаем такие немножко. Потом уже, когда доделаем все. Да, вот так вот чуть-чуть цвета, светлые участки выделяю. И сейчас еще будем осветлять с вами вот наш самый дальний пока что цветок. Выделить нужно его довольно хорошо. Особенно вот где-то справа, да, потому что он смотрится все-таки светлым на фоне кувшина. Контур тоже у него делаем. И вот так вот штрихуем, штрихуем, штрихуем светленько. Тут какой-то затерянный такой лепесток. Давайте его тоже добавлю. Аккуратненько серединку и тоже несколько контуров. Угу, вроде неплохо. Я сейчас, наверное, чуть сиреневого сюда, даже какого-то, посмотрим, поярче хочется добавить. И все, и делаем середины порозовее немножко. Вот у меня прям просится, да, где-то. Если слишком четкие такие полоски получились, вы всегда можете вернуться к сиреневому потемнее, какому-нибудь, которого мы наносили после мелка, и вот так немножко смягчить, ну, чтобы не супер полосатость образовывалась. Так, сейчас, наверное, не хочу брать карандаш, хочу прям вот мелком, чтобы точки были покрупнее. Ставлю серединки. Так, здесь у нас не видно ничего особо. Зеленым сделали и добавляю несколько желтых точек. Вот так. А теперь белый. Тоже для яркости. И все. И ставим теперь точки, где они у нас находятся. Довольно много тычинок на дальнем. Некоторые из них, они прям перекрывают саму середину. Поэтому тут можете размахнуться, сделать попушистее. На ближнем цветочке они более такие аккуратненькие, да? Расстояние может быть немножко больше от середины. Все, все точно так же, да, соединили. Аккуратно, тоненькими такими веточками. Вот. Вот такая пушистость у нас получилась. Дальше давайте раз, два, три. Нам совсем чуть-чуть остается.
Поэтому надо собраться сейчас и доделать. Довольно фиолетовый, такой фиолетово-синий. Даже я сказала бы, вот этот цветочек у нас. Тут, кстати, много лепестков. Здесь точно 7. У меня эти 7 здесь поместятся. Здесь будет такое пересечение 100%. Ну, разберемся, да, тут они друг на дружку заходят, что может быть даже и неплохо. А здесь следим за тем, как форма пересекает кувшинчик, собственно. Немножечко можно растушевать, смягчить. Все, давайте самый, наверное, видимый, скажем так, сделаем первым, который посередине из этой тройки. Оставляю где-то просветики. Можно даже цвет бумаги, чтобы где-то просвечивался. Можно, чтобы фиолетовый светился. И делаем именно сначала те лепестки, которые сверху. Видите, так вот я могу перескакивать с одного цветка на другой. Потому что так будет проще не запутаться. Я вижу, например, да, что вот это сверху, и делаю вот его. А потом уже остальные. Здесь он тоже выходит вперед, поэтому будет перекрывать. И потом доделываем нижний. Видим, что здесь лепесточки, они так повернуты на нас. Мы видим их толщину и немножко толщинку нижнего. Все, и вот так вот остальные тоже дорисовываем. Нижний будет у нас довольно синий. Поэтому туда можете сразу добавить больше синего, прям фиолетовый. И чуть-чуть вот так вот растушевывать, чтобы он получился, ну, отличным по цвету и таким плотненьким. И еще моментик. Голубые, такие сиреневатые лепесточки, которые мы здесь видим, их можно сделать сразу. Это поможет нам выделить цветки, которые рядом с ними. Вот так вот прям понасыщеннее. Даже я подобавила, наверное, сюда еще сиреневого мелочка. Красота, да. Сиреневый мелок можно чуть-чуть еще добавить на цветы, там, где цвет этот присутствует. Вот на средний он у меня похож просто. Да, главное не запутаться, потому что здесь и какие-то есть какие-то лепестки, которые непонятно, к каким цветкам относятся. Но пушистость эту нужно сделать нам, тем не менее. Плюс можно чуть-чуть темнее рядом с нижними лепестками, которые голубенькие, сиреневые, светлые. Все, давайте с белым будем делать такую прорисовку, а то так не разобраться, да, без контуров особо. Этот лепесток уже, и в принципе весь цветок, будет плотнее, чем цвет на графине, поэтому его слишком сильно не осветляйте, особенно по краям. У него также есть вот здесь лепесточек, который такой вот немножечко под углом идет. Так, контур у него дальше, да. Сейчас стараюсь не запутаться. Особенно, когда друг на дружку заходит, прям уже сложно заново глазом поймать, что это за участок. Но чуть-чуть, если запутаетесь, не страшно. Все равно будет понятно, что это общая масса цветочков. Здесь красивый, да, переход от светлого, прям более темную серединку. Вообще вот этот градиент сиреневый отлично смотрится. Так. Тут какой-то контур идет. Вот здесь уже я начинаю чуть путаться, но сделаю вот, насколько возможно, понятно эту область.
Здесь тоже какой-то лепесток такой. Я даже здесь намудрила больше, чем нужно сделала. Но сейчас посмотрим. В принципе, пока это логично выглядит, все нормально. Доделываем нижний. Тут света должно быть не так много, потому что он все-таки темный. Но без бликов никуда. Какой-то небольшой контур. И ему тоже не помешает. Сейчас мы ему контур сделаем. Может быть, потом чуть снова с фиолетовым скорректируем аккуратненько. Вот так. Я уже прям чувствую, что на автомате начала рисовать цветы. Прям. Цветов у нас, да, сегодня с вами много. И, ну, вот не получилось совсем, да, не прорисовывать. Все равно вот они четкие и хочется прорисовать. Особенно те цветы, которые на переднем плане. Так, вот белый добавила я на эти сиреневые и стало получше. Да, они стали более такие четкие. Так. Ну что, светлый мы добавили немножко с фиолетовым. Каким-нибудь потемнее, но карандашом. Можно, конечно, и сиреневый взять. И вот опять я его потеряла. Нашла. Вот такой вот фиолетовый возьмем. Чуть-чуть просто прохожусь по светлым, по белым участкам, где они у меня очень светлые, я их немножко смягчаю, чтобы не был такой рисованный контур, чтобы контур выглядел более натурально. Все-таки такие мягкие, прям приятные карандаши Брюнзил, нежные такие. Но заканчиваются быстро, их нужно прям вот затачивать, конечно, часто. Здесь тоже чуть-чуть по серединочкам проходимся. Угу. Ну что, в принципе, нормально. Я бы еще взяла, знаете, черный, прям темный-темный. Давайте вот этот угольный возьмем. Вот самый, наверное, сейчас черный из моих черных карандашей. Так, и с ним вот уголки немножко выделяем. Просто если вот этот черный карандаш, он у вас будет серый, то он даст сколько не темноту, а такую грязь. Нам нужно именно темные уголки сделать, просто их уплотнить. Можно мелком, но осторожненько. Этот участок все-таки самый у нас такой прям, что ни на есть, контрастный. Поэтому тут никак без него, без черного. Вот здесь сейчас посмотрю, тоже какие-то уголочки нужно выделить. Прям где-то контрастик побольше. И даже сейчас мы сделаем с вами парочку еще светлых ярких акцентов. Потом уже перейдем, как обычно, к тычинкам. Здесь подчеркну также, вот так поплотнее. И давайте тут вот маленькую хитрость сейчас сделаем. Затемняю черным. И возьму мой фиолетовый, сделаем прям супер темно фиолетовый из этих двух. Да, видите, теперь прям темненький-темненький. Давайте с светлым, это может быть какой-то голубой, сиреневый и так далее. Лучше мелок, чтобы сейчас яркость была побольше. Подчеркиваем самые яркие краешки. И можно даже где-то с нажатием. То есть прям самые активные участки делаем, чтобы привлечь внимание на эту сторону. И, кстати, с ним я бы еще, может быть, чуть-чуть вот это доделала верхний, потому что он более сиреневый-голубой. Вот так вот хотя бы. Отлично. И вот насчет этих капелек, они все-таки там есть, поэтому я предлагаю вам, ну, вот такую вот легкую крошечку поставить тем же цветом, чуть-чуть, где-то на вот эти цветки, опять же, ближние к нам. И сейчас мы это обыграем, мы чуть-чуть пальчиком постукиваем, придавливаем к поверхности. Дальше мы берем с вами фиолетовый
Тут можно не все, но некоторые, особенно на светлых участках капельки, мы их как бы чуть-чуть подчеркиваем. Это довольно быстро, но зато больше будет похоже на капли, потому что будет рядом хотя бы немного находиться темный контур, ну как будто объем. Вот так можно оставить. Все, теперь мы делаем с вами тычиночки, и я бы здесь некоторые из них сделала более с желтым, поэтому вы можете несколько первых тычинок, вот эти точечки наши, сделать желтым цветом и потом уже наносить белые. Как раскрошился он. И за счет этого получится у нас, ну, такое более теплое свечение, чем обычно. И плюс это добавляет, опять же, контраста. Это наш центр, центральная часть картинки. Будет здорово, что здесь и у нас будет контраст как по тону, да, то есть черный и белый, темный, так и контраст по цвету, все это вместе. За счет этого еще и больше будет объема. Так, ну что, мне кажется, точек достаточно. Теперь соединяем. Здесь можно, кстати, соединить и с чем-то поярче. И можно здесь самым ярким, с каким-то прям острым белым карандашом, прям аккуратненько соединить с нашей серединой. Кстати, не поставили сейчас желтые на середину, белые. Сейчас добавим. Вот такие вот, чтобы они были пушистые. Снизу линии можно делать более деликатные. Там прям они такие аккуратненькие тычинки. Вот и линии тоже соответствующие с вами проводим. Зеленым ставим точки. Снова желтым. И, наверное, даже яркий белый парочку туда точек добавим. Тогда будет прям яркая серединка. Точки насколько получится. Прям вот лучше несколько, но такие маленькие поставьте. Вот так. Видите, сразу объемненько смотрится. Осталось нам доделать с вами чуть-чуть. Доделываем правую сторону. Тут 4 цветка. Начинаем с самого основного. За ними там ряд еще тоже видно цветков, потому что мы наблюдаем тычинки. Но начнем мы с этих цветочков. Тоже можно с черным, потому что у них есть темный контур. Поэтому сверху, да, мы делали с вами мягче. Тут мы уже можем позволить себе где-то контур сделать. Все равно мы, конечно, потом зарисуем, да, следите, чтобы никакого там яркого черного контура не оставалось, конечно. Вот здесь у меня, видите, немножко будет перестановка. Не хватает тут участка книги. Я сейчас вот так вот добавлю. И нормально. Так, здесь тоже вот так цветки. Угу. А вот эти довольно светлые, да, такого темного сиреневого там нет, поэтому можем мы сразу с вами добавлять сюда прям сиреневый цвет. Даже будем делать смесь сиреневого и с голубеньким. Там есть голубоватый такой подтон. И вот так вот довольно широко их заполняю, потому что они правда светлые. Но вот этот потом мы тень добавим. Вот так вот заполнили. Можно легко и по более темному пройтись, просто потом туда темно фиолетовый подключить. И вот здесь где-то какие-то кусочки, да, такие небольшие торчат, лепестки. Кстати, здесь получается у нас еще кусок, здесь такой как лепесточек упавший на книге, надо будет добавить. С голубым добавляем цвет на сиреневый. Так как тут я перекрываю участок книги, то слой будет побольше. Я с нажимом добавляю. И проходимся вот так вот по всем лепесткам.
Видите, как интересно, то есть первый слой, он не выглядит каким-то реалистичным, но стоит потом нам поработать со светлыми, с темными, и вот из-за нескольких слоев вот так вот собирается уже более натуральный по виду цветок. Тут, конечно, не прям, да, супер фотореализм у нас, но все равно очень похоже выглядит. Нижний доделываем. Помним, что там и фиолетовый хотели с вами подключить, потому что уж очень тут он у нас светлый. Вот так. Немножко у него вокруг серединки проходимся. Так как здесь слой уже присутствует, можем чуть-чуть вот его подрастушевать. То же самое можно, то есть темно-фиолетовый, добавить на нижний цветочек вот так. И вот самый-самый нижний, видите, они тоже довольно темные, ну, потому что в тени здесь все находится, там тень от вот этой группы цветков, там прям плотные оттеночки. Сейчас добавим туда фиолетовый и потом даже чего-нибудь туда, черного карандашика туда добавим, чтобы было поплотнее. Немножко их растушевываю, заодно они тень там легенькую дадут. Капельку таких затемнений вот справа. И как будто там вот внутри тоже есть цветочки. Мы с вами показываем. Ну что, сейчас снова переходим на белый. То же самое, да, легкие контуры. Особенно на краешках можно белого там побольше. Выделяете участки рядом с книгой. Цветочек с книгой самый правый. Он должен быть немного светлее. Ну или хотя бы уголочек у него выделяете. И вот так вот легонько штрихуем. Какие-то лепестки будут прям действительно активные, светлые. Можно это делать с нажимом. Все так же показываем направление. Они не все на нас фронтально, да, цветки развернуты. Какие-то вот, вот так вот идут боком. То есть просто делаете более, ну, такую вот плоскую форму. На середине, на нижний цветок я добавляю белый. Краешки у него не трогаю, потому что тут края довольно темные и плотненькие. Но, во всяком случае, там не видно, что есть контур. Вот этот более центральный, у него, в отличие от того, что справа, контур виден. И плюс, так, мы немножко потеряли, вот лепесточки, которые на нас толщиночкой смотрят. Мы рисуем вот эту линию толщинки, потом так вниз отпускаем и делаем, в принципе, все то же самое. Он будет просто более короткий, и плюс вот эта толщина. Все остальное примерно то же самое. Здесь чуть-чуть я передвину этот лепесток. Так вот. Тоже серединка вот такая светлая. Сейчас можно немножко его доработать с фиолетовым карандашом. Где-то вот так смягчить. И, мне кажется, возможно, сюда просится синий. Но сейчас посмотрим. Также чуть-чуть сглаживаю нижний цветочек. И вообще этим фиолетовым можно, в принципе, пригладить какие-то участки. Сделать переход более плавно. Кстати, вот этот голубой сейчас мне пригодится, мелок просто поярче. Хочу его добавить вот сюда. Там, мне кажется, прям он более такой сиренево-голубенький. Тоже просто был плотный слой, поэтому у меня там карандаш не так хорошо ложится. И можно мелок добавить. Немножко уголки доработаем здесь с мелком темно-фиолетовым. И потом, наверное, чуть еще синего добавим. Дальше чуть-чуть черных затемнений. И все, и будем там тычинки уже делать.
синего, вот особенно на вот этот цветок. Ну, там прям чуть-чуть. Достаточно добавить немного, и он уже будет от других отличаться, будет более такой ультрамариновый по цвету. Немножко доработаю нижний, какой-то он такой слишком хаотичный получился. Так, и раз уж мы здесь рядом, да, давайте чуть книгу доработаем. Возьму опять вот такой вот белый и пройдусь рядом с некоторыми лепестками, ну, чтобы аккуратнее было заполнение. И немножечко нужно будет этот контур смягчить. Видите, где-то черный карандаш остался, и он выбивается, конечно. Здесь лепесточки какие-то небольшие, которые в тени. И они заметны, потому что на глубине там тоже есть цветы. Также вот эту зону дорабатываем. Не обязательно там все прорисовывать, просто показываем, что там тоже у нас есть цветочки. Снова возвращаемся к черному. Несколько вот так вот уголков дорабатываем. Чуть-чуть поактивнее, чуть-чуть потемнее. Опять же, для контраста. Видите, так более четко становится. И можно будет сейчас добавить, во-первых, тычиночки, которые находятся в глубине, вот здесь в тени. И потом уже основные. Везде, где нужно, чуть больше добавляем зеленого. Здесь даже где тычинки чуть добавлю. Там есть, кстати, на просвете, видите, какой-то зеленый. Что немножко можно сюда добавить. Все, и в тени, я думаю, без белого мелка, потому что там белый не такой яркий. Просто с карандашом вы рисуете тычинки. Здесь на глубине тоже. Ну, потому что слой маленький, там перекрывать ничего особо не нужно, поэтому не нужен мелок. Здесь этого будет вполне достаточно. Тут тоже какие-то тычинки. И они также здесь, но здесь уже будет нужен нам слой поплотнее. И поэтому по прежней схеме мы с вами ставим точки вокруг. Яркие. Здесь можно даже попушистее. Ну, смотрите, где больше точек, там пушистее ставьте. И соединим, давайте, с ярким карандашиком. Прям вот все. Вот так вот. Центр ведем. Соединяем. Отлично. Где-то можно вот в тени тоже парочку ярких выделить. Ну что, давайте проверять, где нам еще здесь может быть нужен белый. Да, там это могут быть даже какие-то вот краешки лепестков подчеркнуть. Может быть, книгу, либо вот лепесточек, который здесь упал. Да, и все. Тут уже у нас складывается. По теням, в принципе, нормально. Я бы, наверное, где книга, да, не стала больше затемнять. Мне кажется, все неплохо. Черного здесь достаточно. А по цвету сиреневое пятно, такое заблюренное, вот здесь вот на книжке присутствует. Я бы сразу добавила его вот так. И немножко выделила весь этот участок с белым, чтобы страницы были где-то
более четкими. И плюс здесь посмотрите, что интересно, как вот такие вот царапки, да, когда старая книга, у нее вот даже на всей этой поверхности могут на всех листиках вот такие царапины проходить. Поэтому это можете тоже добавить, будет выглядеть очень красиво и логично. А мы тем временем перейдем с вами уже к нижней части. Я чуть-чуть себе картинку отдалила сейчас и будем в общем смотреть. Ну что, доделываем фон. Можно с мелочком, либо с белым карандашиком каким-то неярким. Проходимся рядом с книгой. Выделяем странички. Странички будут более светлыми. Можете даже вот такой вот немножко острой линии подчеркнуть. Такой контур сделать. И потом уже от этого контура вот так вот фон растушевывать. Сиреневая подложка у нас присутствует в качестве акварельного подмалевка, поэтому можно даже дополнительный цвет не добавлять. Стоит коричневым сделать контур, особенно вот посередине книги. Его немножечко растушевать в сторону. И потом, чтобы белый попадал на эти области, но под книгой оставался темный цвет. Чуть-чуть вот так вот добавляю белый. Где-то специально мы с вами оставим, конечно, акварельную поверхность. Сейчас можно коричневатым, либо каким-то рыжеватым оттенком, терракотой. Даже можно будет порыжее. Ну, вот сейчас я такой коричневый чуть-чуть добавлю. Добавляем вот эту фактурку интересную. Нужно просто, чтобы мелок у вас немножко вот так вот неоднородно ложился. Тогда будет оставаться вот такая фактура. Если ее слишком где-то много добавили, то потом снова чуть-чуть проходитесь с белым. Вот так разряжаете коричневый цвет. И я бы добавила немножко потемнее чуть-чуть коричневого для контраста и подчеркнуть, чтобы фактуру самого дерева. Да, вот так вот вполне нам будет этого достаточно. Если вот такие зубчики, как будто беленькие, хотите показать, здесь можно взять белый мелок и уже вертикальными движениями вот так вот добавлять, оставляя коричневые просветы, и будет тогда похоже на фактуру, ну, с такими перерывчиками коричневыми. Вот так. Чуть-чуть прям сгладить, капельку, можно капельку подрастушевать, просто чтобы слишком не рвалось вот так вот в центр влияния вот этой доски сиреневой. Вот такими вот, это как блики такие, да, то есть переливы на переднем плане светящиеся, которые сюда попали. Как фон мы добавляли сиреневый, здесь тоже с вами наносим. Сначала форму такую мягкую делаете, давайте вот здесь еще покажу, такую мягкую-мягкую по краям, а потом серединочку более активную, за счет чего получается вот такой вот мягкий цвет. Сиреневый справа также присутствует, и можно еще чуть-чуть вот здесь и на книгу, и на фон, чтобы этот цвет попал. Обязательно делаем вот здесь вот мягкость, там где ленточки шли. Здесь мы уже растушевывали. Тут пускай все так же остается. Ну что, в принципе, все. Сейчас пробежимся, проверим все основные моменты. Вот эти вот наши пушистости, светящиеся чуть голубого, я бы добавила дальше. Лента нормально, но хочется, знаете, мне от этого яркого голубого к какому-то более сиреневому немножко уйти, поэтому я с розовым растушую чуть-чуть, может быть, чуть вот сюда прям сиреневого. В принципе, там такой цвет, но хочется его немножко помягче сделать.
Потом наш кувшин. Хорошо. Я бы его больше не трогала. Может быть, кстати, блик, да? Вот здесь справа немножко. Как-то поактивнее сделаем. Вот таким образом. Сейчас капельку его сгладили. Верхушка хорошо. Мне нравится, что вот здесь, видите, у меня акварельный кусочек остался. А я бы сделала светлее окончание цветков еще чуть-чуть. Прям вот так вот, поярче. А здесь, возможно, тоже. Так, какие-то крошечки у меня везде, это белого мелка. А немножко, кстати, посветлее хочется. Вот самый первый цветок, он прям чуть-чуть такой грубоват, да, получился. Вот так вот понежнее. Здесь все хорошо. Теперь можно парочку каких-то бликов на стебельках проверяйте, если где-то не хватает их. Это все хорошо. Ой, снизу тут уже не разобрать, да? Хорошо, что мы это делали по кускам, потому что так там вообще можно запутаться просто. Знаете, что еще можно? Немножко синего яркого. Вот сюда. Там парочку полосочек на этот нижний и на тот, который справа от него. Чуть-чуть. Вот так, чтобы они были посинее, поярче. Угу. А лепесточки давайте сейчас тогда уже добавим, и все. Лепестки вот здесь на переднем плане. Супер легко, да, без сильной прорисовки. Сначала чуть темнее, где добавили. Можно темно-фиолетовым. Потом берем сиреневый посветлее. Их лучше сильно не темнить, просто чтобы они вот присутствовали у нас. Теперь, да, вот это сделали. И с фиолетовым можно карандашиком сделать контур, например. Вот так вот где-то по бокам. Здесь справа, слева подчеркнули. И чтобы они очень темными не смотрелись, можно разровнять с сиреневым, либо с каким-то голубым. Так. Да, мне кажется, хорошо. Давайте блик сейчас вот здесь поставлю, посветлее участок на этом лепестке. И все. Работа такая прям получилась у нас многогранная, непростая, да? Но цветков было много, что поделать. Легкая тень от лепесточков, которые на столе лежат. Ну вот хотя бы от правого. Здесь, в принципе, можно даже без тени. Все, теперь подписываем нашу прекрасную работу. Надо потом посмотреть, сколько часов все это получилось. Полноценная такая многочасовая работа натюрморт у нас с вами. Я надеюсь, что у всех тоже получилось что-то очень-очень крутое. Ну что, друзья, спасибо за внимание. Я надеюсь, вам все понравилось. Обязательно пишите в комментариях вашу реакцию. Мне будет очень приятно. И увидимся на следующем уроке. Пока-пока!